Что ты программист? Мы эти ваши ООП через жопу писали. Google Glass я делал. Я буквально делаю все. И да, я умею стендап, умею планинг, умею эстимейтить правильно, там 2-3 показывать на пальцах. У меня проектов на компьютере, как говна на JavaScript. TypeScript, я думаю, он умрет. Вот это вот конструкция, это тип. Вот столько кода, вот столько конструкций типа. Оно мне надо. Не пишите, блин, сратые open source. Вы портите то, что уже есть. Ты видел open source библиотеки изнутри, большие? Это, блин, просто ужас по коду. Потому что пишут говнокодеров всяких. Я не эксперт сравнений языков программирования. Раз быстрее всех. Python простой язык, JavaScript лучший язык. Солидите уже больше может. PHP охуенный. Можно не запикивать. Айтишечка надо. Миша Ларченко, сколько лет мы с тобой знакомы? А я без понятия, несколько, скажем а так. Вот я скажу, что больше. Да, но онлайн, мне кажется. А, помнишь, в ПВТ в 2012 году была программа по обучению инновационных предпринимателей? Да. И, по-моему, мы там с тобой косвенно познакомились, потому что вы делали 8 Days, по-моему, или даже... 80 Days. 80 Days, да. А у нас был стартап «Пушка» назывался. Короче, там мы с тобой косвенно пересекались. Я понял. Вот, а оно уже в жизни, походу, познакомились уже в блогерской деятельности. Хотя нет, в жизни мы сегодня познакомились. Да, ну вживую прям так, чтобы... Короче, Миша Ларченко, наверное, большинство аудитории тебя будет знать как человека, который рассказывает про айтишку в Амстердаме. Кейси Нейст от айтишки. Тут других не имеем. И сегодня давай попробуем разобраться, чем же занимается Миша Ларченко, кроме Ютуба. Давай, вот, давай. И желательно с закосом в технологии, потому что... Не все знают, что ютуберы еще и классные инженеры бывают. В твоем случае это должно сработать. Очень надеюсь, очень надеюсь. Вот. Но перед тем, как про основную часть, давай поговорим про то, как ты вообще стал разработчиком, про твой бэкграунд, откуда ты начинал. Давай, как обычно, где родился, где учился, как пришел в айтишку? История, как у всех, на самом деле. То есть где-то там с маминых, папиных компьютеров на работе. Я сам из Бобруйска. Я там не родился, но большую часть времени я там жил. И у меня мама работала в училище, и в какой-то момент, середины 90-х, я попал к ней в училище. То есть у меня к тому моменту уже была приставка NES, мне подарили Dendy. Я, естественно, в игры уже умел, но это были игры такие, Марио, еще что-то. Это какой год был, чтобы понимать сразу? 94-95, где-то в этих промежутках. То есть я еще мелкий, мне еще там 9 лет, и я попадаю к ней в училище, а там корветы. Корветы, это 286-е компьютеры, то есть они уже старые на момент, когда я с ними знакомлюсь. И я там поиграл в пару игр, это был Loadrunner, по-моему, так она правильно называлась, mm-hmm. Надо было по лесенкам бегать, что-то там собирать. И вторая, название не помню, это где поезд едет, и ты там мальчиком бежишь по вагонам и каких-то ворон сбиваешь. И я такой, вау, компьютеры, класс, тут есть и мониторы, и клавиатура, в общем, много чего умеют. И я не захотел стать программистом, но я захотел делать то, что я увидел. То есть я еще не знал, как это называется, я ничего не понимал, я такой, класс, вот можно делать, чтобы люди вот так вот могли играть или что-то другое. И затем, году, наверное, в 96-м, 97-м, я поиграл в Byte. Byte? Да, Byte — это такой компьютер, который пристаканивается к телевизору, там клавиатура, мышка, или они бывают упрощенные, только клавиатура, мышка, джойстик. Или просто клавиатура к телевизору, бах, и молодец. И там уже можно было что-то писать. Я не понимал, что мне показали, там у меня товарища был Byte тогда, он говорит, вот здесь вот это вот пишешь, что там считается, выполняется. Я такой, ох, можно писать текст, и что-то получается. И я решил стать тем человеком, который пишет эти тексты. Мне мама где-то вычитала, объяснила, я из семьи с одной матерью, она говорит, это программирование надо делать. А она учитель в училище, компьютер не купить, дорого. В общем, я такой, мама, подпиши меня на компьютерную газету. Это была лучшая газета. Я подписался на компьютерную газету, компьютерные вести, и стал их каждый выпуск собирать и читать. И там были статьи по PHP. И первое, я прям сейчас помню, как сделать опрос на PHP. Я... читал все про телефоны, про компьютеры, про материнские платы, все-все-все, что пишут целиком, вот, всю газету, про игры в конце на последней странице и код. Тут маленькая ремарочка, это реальная газета бумажная, то есть подписаться на газету, это не подписаться в соцсети, а выписать ее, пойти там на почту, да, записаться, да, она тебе и приходит да. в почтовый ящик. На абонентский ящик у нас еще был, чтобы не домой. Я ходил каждую среду, я шел туда после школы, забирал газету и домой, сейчас я буду читать. И я писал на листик то, что я вижу. То есть я вот вижу код, PHP, я его пишу, ну, как бы он примитивный, мне захотелось исправлений каких-то. Я начал писать какую-то ерунду. И в какой-то момент я решил, что мне нужен компьютер. Я хочу то, что я пробую писать. И мы поехали к родственникам в Костомукшу, это в Карелии. Mm-hmm. Там модная тема собирать ягоды и продавать финнам.
финнам продаешь морожку, и чернику продаешь просто тем, кто собирает. Там стоят такие большие лотки, приходишь, сдаешь, получаешь деньги. Я насобирал на свой первый компьютер, я 2.5 месяца работал, я выучил финский по-фински Сатта-Квинта-Марка, 120 марок, в общем, чтобы на трассе за ведро просить. Я собрал $130, за которое можно было компьютер купить в то время. Это удивительно, но можно было купить. Я купил, собирал сам. То есть я не так, что пошел готовый. У меня товарищ в клубе в компьютерном купил компьютер, одноклассник. Кто-то там у фирмы. И мы собирали сами. Я с мамой поехал. Мы собрали Дюрон 750, если нет, или 650. Это 2000 год. Это уже то, что было похоже на компы, которые... Да, это 2000 год. То есть уже Millennium выйдет или уже вышел на тот момент. И вот этот Дюрон 128 мегабайт оперативной памяти. У всех там 32, 64 это предел. Это я много жирно. Взял. Это было очень жирно. Без видеокарты. Тогда я не понимал, зачем она нужна. У меня была встроенная SIS и монитор 15-дюймовый. Все брали 14 в основном. Один товарищ мне 17 взял, но он такой из богатой семьи. И я 15. В общем, такой 20 гигабайт жесткий диск. Тоже было много. У всех было 4, 4,3. Такое 2.1, у меня 20. Но без видеокарты. То есть я многое потерял в итоге. Не все игры, которые я хотел, шли. Но мне не для игр. Я купил себе компьютер сам. У меня прям гордость. Мама, по-моему, $10 мне добавила на монитор. И сразу стал писать код. Это первое, что я сделал. То есть я уже умел какой-то HTML, потому что там, где тебе опрос делать, там надо было какой-то HTML, плюс какой-то PHP. И первое, что я сделал, как установить Apache. И напоминаю, интернет у меня появился, 8600, тот знаменитый номер. Я сразу а, вот я с модема сразу брал, это было принципиально. Тут надо звук включить этого интернета. Да, 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 да. И это прям обязательное условие было. Без модема я не согласен был на компьютер, мне нужен был интернет. А ты тогда жил в Бобруйске еще? В Бобруйске я жил, и у нас был компьютерный клуб с интернетом, нас от школы в него сводили. Даже еще Белтелекомовского этого, Байфлая не было, по-моему. Байфлая не было, был 8600, без вот этот, который звонишь, да, беспарольный, и занимаешь телефон. И у меня есть интернет, я нашел, как установить Apache, я поставил Apache, настроил его на домен, ну, как на домен, на папку внутри. Поставил, тогда базы данных я не использовал. Что-то я еще установил. Apache. А, и PHP в Apache добавил. И все заработало. То, что я писал на бумажке, я писал в текстовом редакторе, сохранял как PHP, и оно работало. Я охерел, и в 2000-м я уже первый сайт начал запустил. До сих пор я два запустил. Один про Unreal и Unreal Tournament, потому что про игры, новости всякие, вот эти демочки на Народ.ру, естественно. Ух. И второй, у меня товарищ Quake играл, а Quake у меня тормозил на компьютере без видеокарты, и он назывался BQC Народ.ру. Да, вроде так, Бобруйский клан на Родру, и он до сих пор есть, можно зайти и его увидеть. По-моему, в 2003 году его перестали сами обновлять, да. Он есть, и вот тот тоже сайт запустил. И с этого началось. Тут же ко мне пришли чуваки из этого компьютерного клуба с интернетом, у них турнир по Counter-Strike, они захотели сайт, где можно смотреть статистику, кто с кем играет. Давали бесплатный интернет, то есть уже в 2002-2003 у меня был бесплатный интернет, поэтому я в школе учился, заканчивал ее. Я умел делать сайты и мечтал стать программистом. Это сколько тебе лет было примерно? 13? Заканчивал я в 17, то есть где-то с 14 до 17 я уже несколько сайтов сделал, уже базы данных к тому времени я выучил, у меня был сайт Киберспорт Тутбай. Нам Тутбай дал домен, у нас был сайт по киберспорту, очень популярный. А у Тутбай уже блоги были на то время, да? Слушай, я не помню блоги, но они тогда очень сильно пытались захватывать рынок, и поэтому они нам дали свободный домен. Мы просто сказали, мы хотим, я написал, вот у нас есть Unrehead, Hot.ru, он тогда на другом бесплатном хостинге был, с PHP и MySQL, они говорят, классный сайт. Ну, и тогда еще киберспорт не был такой темой, как сегодня, но уже была популярность какая-то. Mm-hmm. И они дали домен, дали как бы вот этот хостинг полностью, все нам дали, и мы хостились там, делали классный сайт, плюс мне платили за еще один сайт. И, ну, как бы, путь был мой ясен, но еще 10 лет до айтишки было почти, на самом 10 деле. 10 лет? Ну, до официальной, в 11-м я официально стал, 8. Условно, 8-7 лет до официальной. Так, давай тогда сразу, 17 лет, ты уже занимаешься программированием. Да. Почему не профильное образование? Что по образованию у тебя складывается? Я поступал в университет в тот год, когда только ввели тесты, и у нас был выбор между тестами и экзаменами. Я, естественно, как самый ленивый, а я в гимназии учился, это, кстати, важный факт, почему я ушел из гимназии. Там были старые компьютеры, а я хотел стать программистом. И в 2000-м я перешел в школу возле дома, потому что в газете в Бобруйске в новостях написали, что им закупили новые компы, которые нам дали еще только через 2 года, и мы печатали все на БК-0011, это клавиатура такая с мониторчиком, и там у нас был Паскаль примитивный, вот с этим мы занимались, хотя я шел ради новых компьютеров, и чтобы меня учили программировать. И я не поступил в... Было 2 потока, в БГУИР я не поступил от РТИ, потому что там было 3 экзамена, 2 из них по конкурсу, один не конкурс, а русский, то есть больше 3 желательно. И 2 девятки надо было по 10-бальной. Естественно, не тесты, у меня было 6 по физике по тесту и 9 по математике. Соответственно, я не проходил. А экзамены сдавать не планировал. Я уже расслабился, мне не надо было. И я поступил вторым потоком на полиграфиста в БГТУ.
который вот Динамо. На полиграфиста? Да. Это же никак не связано с программированием. Ну, это только кажется, там тоже был ассемблер, там было много ассемблера, почти 2 года. Это было ужасно. То есть ты выбирал то, где есть программирование? Да, где есть что-то, связанное с программированием, поэтому я стал полиграфистом. И устроился, так как я полиграфист, хотелось где-то работать, я устроился в газету. Профильное образование получаю, CorelDRAW меня учит, я могу рекламу рисовать, верстать в PageMaker, это вообще небольшая задача на самом деле. Там еще Markdown поддерживался, я тогда узнал, я такой, вау, какой прикольный оформление текста можно писать, да, по шаблонам. И я им делал сайт. Еще одна из моих задач была сделать сайт с нуля на PHP, базы данных. Ajax я туда добавил в 2000, тот самый Ajax, который загрузка данных, в 2009 уже, то есть он только стал появляться. Я его добавил в мобильную версию, у меня была отдельная мобильная версия, и допиливал я ее в армии с 10 по 11 с телефона. У меня был телефон с клавиатурой Windows SE. И это я все еще не программист. Подожди, и ты делал этот сайт на PHP, это были не CMS-ки, ты прям на PHP да, писал? Да, с нуля, он полностью был с нуля написан, бэк, фронт, стили, все-все-все. Одну версию я его сделал на CMS-ке, была какая-то для блогов. То есть ты мог теги добавлять, там какие-то категории, но очень примитивно. Лайвстрит какой-нибудь? Нет, там была какая-то совсем старая, сейчас ее уже нету. Очень примитивно, не подходило. Я его переписал с нуля. Опросы, блоги, видео заливать. Мы еще тогда использовали WMV формат для видосов, поэтому это был медиаплеер, плагин медиаплеера для браузера использовался. Windows медиаплеер. Да, да. И затем я ушел в армию, я поучаствовал в местных выборах, участвовал как кандидат в Бобруйский горосполком. Зачем? Объясни мне. Я очень в оппозиции был. Я как бы работал в газете независимой и очень сильно тогда вошел в оппозицию. Я прям был в партии. Ты молодой человек. Это важно. Я хочу это узнать, потому что мы с тобой поэтому даже и в Твиттере немножко залупались друг на друга. Как ты молодой попадаешь в оппозицию? Почему это всходит? Я попал в независимую газету, где все, ну, как бы независимое, это государство станет как синоним оппозиции, но, наверное, так оно плюс-минус и было. То есть люди, которые там, они оппозиция, новости мы пишем разные. Это название газеты, если что, не зависит. Бобруйский курьер. Ага, название газеты Бобруйский курьер. И новости мы пишем разные, но мы их пишем независимо, как положено. Но сами люди, которые их пишут, они, конечно же, антигосударственных взглядов, потому что иначе ты не сможешь нормально писать. Ну, в целом не можешь нормально писать, да. Журналист пишет честно только первый раз. Затем ему уже за что-то платят. И обычно кто платит, тот и заказывает музыку. Поэтому мы были оппозиционной газетой, и я вот влился, много белорусскоязычных, на все митинги ездить, вот эти флаги, вот эти выборы, собирать подписи за кандидатов. Правильно я скажу, что у тебя жизнь шла по двум направлениям. Одно направление – программирование, второе направление – это вот активное участие в гражданской жизни, собственно. Да, да, да. И газета, и гражданская жизнь – это было топ-1, а программирование, так как непрофессионально тогда я делал, как бы, не за деньги условно, то это было мое хобби, которое, однако, позволяло мне где-то что-то дополнительно получать. Мы сайт переделали, мне 700 евро заплатили, пожалуйста. Я тебе видеокарту наконец-то купил, процессор поменял, материнскую плату, много чего сделал за эти деньги. И я работал в газете, потом поучаствовал в выборах и пошел в армию. С 10 по 11 я был в армии. После высшего образования. После высшего образования уже. На 1 год получается. Да. И когда я вернулся из армии, я понял, что я хочу денег. Девушка, в которую я влюбился, уехала в Минск, и я прикинул, деньги за программирование в Минске платят. Она туда уехала, я хочу поехать за ней. И я уехал в Минск, просто взял у мамы денег, я взял 500 евро, 500 долларов на тот, 5 бумажек по 100 долларов, просто уехал в Минск. Вот как есть, с чемоданом искать жилье. Не нашел его в первый день, я нашел его во второй день. Очень быстро нашел жилье, я оставил чемодан на вокзале, уехал в Бобруйск, вернулся утром, нашел жилье, в камере хранения забрал, заселился. И начал искать работу, и вот через месяц где-то я ее нашел в маленькой конторе, чуть меньше, и это был мой первый официальный опыт программистом. Это было... Назовем это аутсорс, по фриланс.ру находили заказы, делали, у них тоже был один крупный заказчик, бюро с Лебедевым они, это два было. Не Пирогова, я хочу вывести Пирогова. Белорусская, которая, да? Не-не-не, российская еще была. Вот российская с Лебедевым, они сомневались, мы для них делали заказы, там Ajax первый, там официальный мой, я писал, им надо было для какого-то сайта туризма. И там я начал постигать азы программирования, потому что все, что я умел до этого, я мог сделать все. Я мог и базу данных на MySQL, и PHP, но ни процессы, ни правильные подходы, ни то, как писать код, ни стили, всего этого я не знал. Теория? У меня же не профильное образование, моя теория вся была на том, что я вычитал. Я почему спрашиваю, будет интересно послушать про то, как твой собес в то время проходил, просто чтобы понимать, насколько это отличалось или отличается вообще от того, что сейчас. Мы можем отдельно поговорить, все мои собесы нестандартные, я никогда не проходил нормальный собес. Ну расскажи хотя бы про первый просто. Да, вот, и я пришел к чувакам и говорю, у меня было портфолио какое-то, все сайты, которые я делал, я их никогда не удалял, пока там хостинги не закрывались, все Unhead.ru, BQC, вот эти про Quake на народе, тот, который я делал для клуба OrionBuy, Киберспорт Тутбай, они все были живы, поэтому я просто пришел с большим портфолио. Бобруйский курьер с разными версиями, мобильный, там определял по этому юзер-агенту еще на тот момент.
Я просто им вывалил, говорю, вот я умею и мобильную верстку, и всякую верстку, и jQuery, и Ajax, и PHP, и базы данных, вот я все умею. А они набирали, ну, мне мало платить, надо, они говорят, $200. Я говорю, а за жилье я платил 130, mm-hmm. если я правильно помню. И я такой, окей. То есть никаких там собесов тогда не было, типа там по теории, по базам данных? В эту контору не было. Это там... просто такое время, когда было куча веб-мастеров, и надо было просто показать портфолио. Да. Вот я умею такое делать, мы тебя берем. Да-да-да, потому что, ну как бы, а как ты будешь искать? Образование, по сути, еще только появилось, да, только первые выпуски пошли условно такого профильного из всяких РТИ, Нархоз, БНТУ тогда сделали тоже, даже на экономическом программистов делали. И они первые выпускники, они все дорогие, они все со знаниями, их забирают ЕПАМ, iTransition, вот эти все ребята, Белхарт, их разбирали. А маленьким конторам, где хозяин хочет просто зарабатывать на заказах с фриланс.ру, условно, брали всех подряд. То есть ты портфолио им показал, ты наш работник, тем более за копейки. Напомни, какой это год был примерно? 2011. И программирование тогда уже в Беларуси было на хайпе или нет? Было на хайпе, хайп начинался. Вот первые выпуски пошли, ЕПАМ начал нормально зарабатывать, mm-hmm. зарабатывать. То есть где-то, ну, ЕПАМ он в 2001-м как бы чуть не закрылся, по-моему, в 2001-м, насколько я помню. И где-то к 2011-му они стали тем ЕПАМом, который мы все знаем, стал бодишопом. Я люблю ЕПАМ, просто так называли. Это без претензий. Я работал в ЕПАМе, лучшая моя работа айтишная ever, но бодишоп. Так называли ЕПАМ. И в вот, то время. Да, и понятие бодишопа только появилось такое громкое. Естественно, хайп, все хотят в бодишоп работать, на Америку куда-то уехать. И даже в той конторе, в которой я работал, товарищ ушел работать в... хай что-то там фирму, только для того, чтобы релоцироваться. Он сейчас живет в Америке, и вот такая была цель. И тогда сейчас, это было легко. Сейчас бодишоп или нет, по твоему мнению? Ты там уже давно не работаешь, но вот как ты думаешь, просто послушать? Ну вот сейчас, с учетом, как мне кажется, после того, как они из белорусско-российского рынка практически ушли, то я скажу, что это меньше бодишоп, чем раньше. Угу. Даже только на основании этого. Он в целом стал меньшим бодишопом. А что значит меньше бодишоп? А, ну, потому что бодишоп это как? Берем за дешево, продаем за дорого. Угу. Такая идея. Понятно, что это в целом модель, которой они работают, но раньше они брали совсем за дешево. То есть они брали из университета 4-й, 5-й курсы, у них был приоритет в распределении, потому что они больше всех денег башляли в РТИ условные. Они брали за копейки, продавали за много, и это многих корежило. Пока ты джун, ты получаешь мало, и ты понимаешь, что с тебя зарабатывают больше. Потом, если ты крутой разработчик, ЕПАМ, тебе тоже платят много. Но поначалу это было именно так, ты начинаешь с говна, и тебе, ты понимаешь, что за тебя много получают, потому что ЕПАМ растет. Ты вообще понимаешь, в чем сейчас разница сервиса и аутсорса, просто чтобы понимать? Да, конечно. Бодишоп у многих ассоциируется с аутсорсом. Я из тех людей, кто был на смене политики ЕПАМа. Я работал в ЕПАМе, когда они с аутсорса уходили в ПДС, mm-hmm. в Product Development Service. И поэтому, да, они предоставляют полный цикл разработки, кроме маркетинга, насколько я помню. Может, и поменялось что-то, но они тебе от разработки прототипа и того, как это будет работать, до финального решения, ну, то есть полное сопровождение, под ключ. Да. Разница огромная на самом деле. Аутсорс это не... Вот аутсорс сам по себе, чисто как понятие, на меня это полнейший бодишоп. То есть это вот аналог. Но сервисник это тоже бодишоп. Это тоже бодишоп, но ты не продаешь людей куда-то там за копейки. Ты буквально продаешь полный цикл сопровождения, с нуля и до сопровождения, кроме маркетинга. Это мы так отклонились. Давай теперь по ключевым точкам буквально того, где ты работал. Я понимаю, что работ было много, но вот самые ключевые у тебя. Вот первую мы проговорили. Следующее, очень быстро, через 2 месяца ко мне пришел Циклум, потому что у них был клиент с мобильной разработкой из Англии, угу. им надо было делать под мобилки, а я умел мобилки. А где ты опыт брался? Ну, достаточно было глянуть «Бобрыйский курьер», мобильную версию с аяксами, анимациями, выезжающими. Да, я умел в мобильной версии сайтов, а им надо было, они переделывали, угу. потому что вот BlackBerry уже тогда умирали, но были популярны очень сильно, айфоны появились, вот это все нормальное, все это было в интернете, и они хотели переделывать сайты клиентов под мобильную. Клиент даже назывался Steely Mobile Development, по-моему, что-то так. И они меня туда взяли за 1200, то есть для меня это было, то есть там я получал 200, через месяц, через полтора где-то 400, один месяц я такую зарплату получил, и мне предлагают 1200, я даже не раздумывал. Я ушел туда, там поработал недолго, меня позвали в ЕПАМ. И собеседование в Циклум было примитивное, там было техническое, но там второй разработчик, который меня собеседовал, ну, Дима, если ты будешь смотреть, не обижайся, но уже тогда ты был ниже меня уровнем. С учетом даже того, что у тебя было и профильное образование. Но делал ты хуже, чем я, и я не стесняюсь это сказать, поэтому это собеседование было из разряда, он задает какие-то глупые вопросы, на которые ответы я мог дать еще, когда работал в «Бобрыйском курьере». Поэтому меня быстро туда взяли, плюс, опять-таки, портфолио. Затем меня позвали в ЕПАМ, потому что я очень много делал мобильной разработки. Мы делали очень сложное приложение. Лучшее приложение, которое я делал именно в Циклуме по сложности, самое сложное. И оно было связано с планшетами гибридной разработкой. И после этого Илья Пухальский из ЕПАМа, он работал в компетенц-центре. Мы на конференции вместе там что-то организовывали в Минске на какие-то там Mobile Days, в общем, я забыл. Mm-hmm.
И он сказал, что им нужны в Mobile Competency Center в EPUM люди, которые умеют веб-мобильную разработку. Собеседований не было. Я разговаривал с менеджером, и с менеджером у меня было после этого. Ты в то время устроился в EPUM на собеседование? Да, и было собеседование из разряда вот этих планы, где ты себя видишь, вот такое. Что, кто не знает, EPUM славится тем, что там очень мощное собеседование. И, в принципе, в Беларуси EPUM, наверное, числился как хорошая инженерная компания. Ну, хорошая с точки зрения инженерии. Понятно, что на жунах ездили в то время, как и все. Да. Но в целом попасть без собеседования – это уровень. Но я выступал на конференции, я помогал ее организовать, и я буквально делал суперсложный проект по тем меркам. Это, повторюсь, гибридное приложение, столько только появившееся фонгэпом. Кордова, фонгэп, вот эта вся тема. И оно было сложное, потому что оно целиком было на JavaScript с вот этими свайпами сделано. И делали мы его под iPad, тогда только появился, но ничего под него нельзя было делать. Появился. Мы делали под первые Android-планшеты. Единственная версия Android для планшетов тогда вышла, Android 3. И мы делали... У нас были Motorola, было два планшета. Motorola и Samsung. Нам прислали Motorola из Англии. Мы для них пилили вот гибридное приложение. И плюс был, мы еще пилили это же приложение под огромный-огромный стол Microsoft Surface. Это сейчас для нас Surface — это планшет. А тогда это был огромный-огромный стол с виндой на 10 человек пальцами тыкать. И заказчик приложения это... Наверное, можно. Я думаю, все NDA с 2011-2012 уже вышли. Это был FedEx. Они спонсировали Олимпиаду в Лондоне. У них был павильон. Они хотели, чтобы можно было на планшетах и на этих столах смотреть все, что связано с Олимпиадами, тыкнуть год, кто какие медали завоевывал. И везде, ты открываешь в США, например, и к информации об Олимпиаде в США исторической было типа FedEx работает в США, мы там в 100 миллионах городов, такого плана. Вот мы для них это делали. Очень большой проект, очень серьезный. Два разработчика. Нам сделали Java разрабы обертку под WebView, потому что мы не хотели Cordova использовать, нам надо было свое решение. Мы сделали обертку, я сейчас сам такой могу сделать, просто WebView вывести с определенным файлом. Но тогда я не умел. И нам сделали обертку, и мы сделали вот этот интерфейс, мы овертаймили, нас попросили поовертаймить, это было очень серьезно, нам хорошо заплатили за овертаймы 2x, прям пришли из Теля и говорят, FedEx хочет, мы платим. Мы вот это сделали, и когда я про это рассказывал на конференции, то Илья меня просто позвал. Круто. Вот так. Сколько ты в EPUM проработал в итоге? До отъезда в Нидерланды я проработал в EPUM с 2013 по конец 2014 года. То есть буквально 2 года получилось? Около 2 лет, да. Шикарно работали. Отдельная история, как мы работали, это прям... Всем покажется, что я даже ничего не делал, но если открыть Heroes EPUM.com, кто работает в EPUM, если мой аккаунт еще не удален, вы увидите, как много всего мы там делали, я и те, кто там работал. У нас там этих бейджиков, как грязи, и от Добкина, и от всех вообще, миллион бейджиков. Из интересного, похвастаюсь, расскажу, делал OpenUI 5, библиотека такая есть, саповская, на 100 мегабайт исходных кодов. Естественно, она предназначена не для создания интерфейсов публичных, а для всяких платформ, знаешь, там админок, которые используют SAP. Была в Минске огромная конференция, EPUM организовал по SAP, международная, прям здоровая-здоровая, в Пекин-отеле, или возле него, по-моему, в нем. EPUM хотел очень сильно там выпернуться. Им надо было сделать презентацию с разных планшетов. Одна презентация управляется с 2 планшетов, 2 человека представляют, написанное на SAP UI с анимациями, там разлетаются пазлы, вот это все. Делал я в одно лицо одни веб-технологии, то есть там не было ничего, кроме HTML, CSS, JavaScript. На SAP UI, на OpenUI, полностью не используя его API. То есть его IP использовалось только для перехода между слайдами, которые как страницы. Но так как там использовался SAP, XML, вот это вот все, влезть в это не хотелось. Все было на JSON-ах поверх настроено. Прекрасно работало, презентация прошла как часы. Ну, я, естественно, там сидел и волновался. Чуваки из 2 планшетов, один управляет презентацией, передает второму, второй там. Все классно прошло, премию выдали, бэджиков насыпали в Heroes. В общем, в EPUM было классно, необычные проекты, необычный подход, там, переписать Silverlight на Angular, там, казахстанская нефтеторговая палата нефтью, или как она там называется. В общем, они торговали нефтью, делал EPUM на Silverlight. Я переделывал, прототип первый делал на Angular, чтобы оно было кроссплатформенным. Вот такие всякие проекты. Google Glass я делал. Это отдельная история. В смысле, мы делали. Google Glass ты делал? Нам прислали Google Glass. У меня есть куча видео. Я носил на хакатоны даже в как наш назывался главный этот Имагуру. Да, Имагуру на хакатоны носил. Там люди мерили. Мы видосы снимали. Пришел Adidas и сказал, EPUM тогда делал Adidas MyCoach программу для бега, вот для тренировок. Они пришли и говорят, мы хотим для гугловой презентации на Google I/O, чтобы наш MyCoach был в глазу. На Google Glass. Взяли меня, и мне дали из Венгрии какого-то Java-разраба, потому что там обычно Android же в Google Glass, который мне сделал
Что он мне сделал? Первоначально, ну, как бы программу для первого запуска, пустую. Просто такой шаблон, который я могу запустить, и там же Java, где я, где Java. Ну, в общем, мы сделали, все работало, они связываются постоянно по Bluetooth с телефоном, они так работали. Эта программа отправляет, сколько ты пробежал, какой темп, у тебя просто в глаз вводит, с каким темпом бежать, какое расстояние, ну, минимальная информация, уже маленькое окошко это. Вот, все я делал, мы отправили Adidas, они отправили на Google I.O., мы получили перед Google I.O. за месяц оттуда письмо, как это установить и как запустить. Оно голосом запускалось, типа, hey, Google, run my coach. А старт мой коч. Оно работало. В общем, они не знали, как установить. Это было очень смешно. И мы им объясняли. ADB, Connect, ты подключаешься к Android-устройству, ADB install, АПКшечку нашу. И затем, hey, Google, start my coach. И все работает. Вот. И показали на Google I.O., делал я. Потом Илья, это мой коллега, который меня в EPAM взял, он просто летал в Венгрию к тому программисту, они там что-то подшаманили визуально слегка, потому что, блин, опять-таки, Java не мое. И вот такая вот штука тоже была. Переезд в Голландию. С чем связан и как происходил? Переезд в Голландию состоялся из-за войны в Украине в 2014 году, когда она началась. Такое у меня мнение. Я твердо уверен, что она тогда началась. Это факт. Это не захват Крыма, это полноценный военный конфликт. И ввели санкции первые против России. Ну, естественно, Беларусь они цепляют дико. Ввели у нас налог на покупку валюты. Это был ноябрь 2014-го, 30%. ЕПАМ тогда сказал, мы можем вам платить только то, что вам надо из зарплаты, чтобы жить. Остальное мы оставим в долларах, и потом, когда все закончится, мы вам все выплатим. Я на это согласился, но решил, что непонятно, когда это закончится, а 30%, ну, как мы делали в Беларуси, сейчас, наверное, все делают. Получаешь рубли, покупаешь доллары. Это естественно. Я прям с карточки на карточку это делал. Прям в банке. И минус 30%. Ты не хочешь терять 30% зарплаты только потому, что ты ни в чем не виноват. Поэтому я решил, что надо уезжать. Мне предложили две вакансии знакомые рекрутеры из Англии в Швеции и в Нидерландах. Илья уехал в Нидерланды уже тогда, который меня в ЕПАМ забирал, он от ЕПАМа уехал. Максим, который третий у нас был в нашем компетенц-центре в кабинете, нашел работу и уже собирался переезжать в Нидерланды. Ну и был я такой, предлагаю, давайте. Прошел собес очень быстро. Им тоже надо было срочно на React-разработку. В феврале я уже получил визу, то есть в декабре я с ними начал, в феврале я получил визу, 28 марта я уже приехал сюда. У меня сразу вопрос. Пока кажется, будто бы ты получал достаточно узконаправленный опыт. То есть это мобильная разработка под достаточно такие штучные проекты искусственные, редкие. И командная разработка, по-моему, тут тоже не сильно присутствовала. Прям вот эта классическая скрам-разработка и все остальное. А, это, кстати, вот я тебе сейчас на твой вопрос отвечу. Я уже его понял. Да-да-да, давай. Но давай начнем с того, что это было тоже собеседование нормальное. То есть вопрос в том, что ты в это время переезжаешь в Европу, в которой все уже эти практики, по идее, применяются, а у тебя вроде как нет опыта. Как это? На собеседовании не спрашивали. Это тоже было забавно. Было супертехническое собеседование, ну, как им, наверное, казалось. Там был лайфкодинг примитивный, надо было там получить JSON и сделать, чтобы на странице там картинки показывались и горизонтально можно было скроллить. А ты туда ездил собес проходить? Нет, технически здесь, а потом приезжал на финальный собес уже сюда. Это было 25 декабря. Была пятница, я прям даже помню даты, потому что я, сколько я знаю, я у Ильи тогда жил, 25 декабря здесь выпал дикий снег в 2014-м, и здесь отрубилось электричество в половине. Это те самые жирные времена, когда надо было ездить на собесы, оплачивали. Мне его не оплатили. Не оплатили, ты сам летал. Собесы. Они мне сказали, что можно, я потом заполнил форму, отправил, но там проблемы были с переводом в белорусский банк, я, в общем, забил. Мы сегодня, кстати, снимаем в Амстердаме. Да, мы снимаем в Амстердаме. И тут кайфово. Я пока что офигеваю от этой страны. Это пока что лучшее, что я в Европе видел, хотя, конечно, есть нюансы. Да, есть нюансы, но ну, здесь классно. Ну так вот, командную разработку никто не спросил. И прикол был в том, что команда была маленькая, вся русскоязычная никого не парила. Это тоже отдельная история, то, что там было дохерища епамовских работников, которых я уже знал, когда я приехал в Усерх и вел. Яндекса работников, которые сюда переехали на этот же проблем. Тоже там работал, та же самая работа. Илья, который... Да. Он был архитектором на одном из проектов в той же конторе. В той же конторе. У того же подрядчика епамовского. Я напрямую в эту контору переехал, а Илья он через епам. Опять перескочил, получается. Да. И я, техническое собеседование было примитивное, лайфкодинг легкий, но опять-таки я столько делал уже этих кликов, эндуриков и всего остального на JavaScript, что 45 минут на такую задачу, это как бы даже дохера, на самом деле. Там 20-25 минут мы закончили, все их устроило, чистый JavaScript, я даже библиотеки не использовал. И все, они меня позвали, и уже здесь я учился работать в команде. Здесь я уже учился скрамом, стендапом, вот этому всему, но это же легко. Ну да, просто необычно для многих. Это, по сути, просто тайм-менеджмент. Просто сейчас же это база у всех. Типа, без этой базы ты сильно не так выгодно выглядишь на рынке. А раньше вот такие времена были, когда можно было просто знать технологию практически и устраиваться. Чё как в Нидерландах у тебя тут сложилось? Какие работы были, и вот вплоть до того, где ты сейчас работаешь?
В Нидерландах тоже все сложилось оптимально просто. Сразу ты с английским ехал, с нормальным английским? Это вопрос, это было как-то удивление всех моих друзей. У меня есть друзья из Бобруйска, которые там в английской школе учились, еще где-то, они всегда думали, что я не знаю английского. Угу. При том, что у меня был очень хороший английский к тому времени, я в Бобруйске на Олимпиаде занимал 5-е место. И сейчас расскажу, почему именно 5-е, это важно, 5-е это супер высоко, угу. Как бы это ни казалось. Потому что у нас есть английская школа, они всегда представляли 6 человек на Олимпиаду. Я занял первых 3, это было их, потом моя бывшая одноклассница из гимназии, Ира, и затем был я, и затем уже там остальные из этой школы, в общем, нашему учителю английского премию выдали, при том, что он тут ни при чем, это моя база из гимназии была. То есть, короче, с английским у тебя было все хорошо? У меня был хороший английский, у меня не было практики, но у меня был, я хорошо знал, у меня был небольшой акцент, в общем, было классно. Английский был классный, поэтому это вообще не было проблемой никогда. Я сюда приехал уже с ним, и здесь я работал в Liberty. Тут же такая тема еще, что тебе могут дать годовой контракт не больше 2 раз. Потом тебе дают 2 лет по годовому контракту. Затем тебя или нанимают на постоянный контракт, или увольняют. И мне дали после 1 года постоянный контракт. Там я сразу взял квартиру в ипотеку, сразу же. Там скидка была, потому что я в этой фирме работаю. И я уволился моментально. Потому что мне пришла вот эта фирма, в офисе которой мы сейчас сидим, и предложила сразу на 20 тысяч больше. Wow. То есть я приехал на 55, они такие 72, и там бонус. Через год. Ты переезжал же с семьей, правильно? Да. С ребенком и с супругой. Да. Там были какие-то накладки из-за того, что это переезд не в одно лицо, а с семьей? Вообще никаких проблем. Нидерланды, наверное, один из самых легких переездов, если у тебя уже есть как бы приглашение на работу, потому что у них нет понятия жена, у них есть понятие партнер. То есть не надо быть в браке, еще что-то. Неважно, какой пол у партнера, понятие партнер. А как доказывать, что это твой партнер? Или не надо? Ну, там надо собирать документы всякие можно, но у нас уже был ребенок на тот момент, и мне то, что мы партнеры, доказывать как бы вообще легко. Мы уже из-за ребенка мы уже числились как полноценная семья со всеми прилагающимися. А сейчас вы женаты? Нет, мы не женаты. И это никак не мешает? Вообще никак не мешает. Офигенно. Это воспринимается как моя жена полностью. Очень круто. Так что вопросов ноль, визы всем выдали, все приехали. И ребенку тут же еще такая тема, что если я, например, буду уезжать, меня выгонять будут. Ребенку можно остаться. А с кем? Вот этого я не знаю. Есть такой чувак из Украины, у него был большой блог когда-то на ютубчике, был видос. Он рассказывал, что он в бородатые еще времена сюда с семьей переехал по работе родителей, не айтишних. И у них закончилась работа, они уезжали, они здесь прожили 7 или 8 лет, он уже в школе здесь учился, он же по-голландски говорил. Ему разрешили здесь остаться и до конца учебы в школе. Интересно. Потом он поступил здесь в университет, потом вернулся в Украину после университета, нашел работу в Нидерландах и опять сюда. И вообще офигеваю, тут столько детей, и что самое интересное, тут дофигища отцов с детьми. Это какая-то законодательная штука, что столько отцов с детьми отправляют? Ну, здесь же есть paternity leave, который для родителей, и он же для отцов тоже распространяется. И многие берут так, жена там условно 2 дня, муж 2 дня, поэтому. Очень круто. Чем ты занимался с технической точки зрения в Нидерландах за это время? Очень много потому чем. Потому что я когда смотрю твои видосы или читаю про тебя, я не понимаю, кто ты. Кто ты, программист? Ты что, ты все делаешь? Или я что? Буквально делаю все, но, наверное, потому что я люблю подстраиваться под рынок. Я вот понимаю, что рынок, он постоянно меняется. Я об этом в роликах тоже рассказываю. И меняются потребности. То есть нужен был фронтенд, я делал фронтенд. Больше всего платили за фронтенд, я делал фронтенд. Нужно сейчас делать DevOps. Я буду делать DevOps. Ну, опять-таки, ничего тяжелого, как на мой взгляд. И я просто иду на тот проект, на котором есть демант, и который я готов платить. То есть, тебя не смущает, что надо новое знание получать? Просто есть же мнение, что чем старше становишься, тем ленивее, сложнее получать новое знание. Мы с тобой уже не 20-летние парни. С этой точки зрения, что скажешь? Ну, я придерживаюсь того мнения, что все программирование одинаковое, если брать разные языки программирования, да, у тебя есть условно там одинаковые подходы, одинаковые паттерны, ты используешь одинаковые алгоритмы. Так. Ты пишешь их по-разному. То есть разным языком, там какие-то зависимости, какие-то модули, какие-то функции, все это разное. Но по сути у тебя все то же самое. У тебя там, не знаю, поиск пузырьком там, или как он там правильно называется. Не, ну, он будет одинаковый везде. В программировании, да. То есть свечи между языками, в принципе, понятно как. Но, допустим, там DevOps появляется. Допустим, сейчас появляется ML. Но в эти же сферы сложно вникать, особенно если у тебя базы какой-то нету. Там, ну, же... DevOps точно нет. Потому что мы просто сталкиваемся. Да, как я рассказывал, я в газетах читал буквально все, как устроены сети. Я знал еще до того, как эти сети, собственно, первый раз увидел. Потому что я все это вычитал. Да, оно все меняется, но основные вот эти фаерволы, там какие-то безопасности, OAuth2, да, вот эта вот вся шляпа, она существует уже давно. Даже фронтендер или бэкендер, ты знаешь прекрасно, как работает плюс-минус инфраструктура. Хорошо, а если бы это был Data Science условный? Или это уже ну, другое? Пришлось бы что-то учить.
Но ты, в принципе, чувствуешь, что смог бы слегка. Да, я полностью готов учить что-то новое, потому что я понимаю, что рынок меняется. А я хочу быть программистом, я не хочу быть менеджером, я не хочу быть архитектором. Я хочу быть программистом, и для того, чтобы мне им оставаться на меняющемся рынке, мне самому надо меняться. Но смотри, я понимаю тему переключения из технологии в технологию, которая сугубо программерская. Там, условно, сегодня ты пишешь на Vue, а завтра ты идешь и пишешь на Dart'е. Подходы одни и те же, одно и то же программирование. Но когда у тебя уже идет стык сфер, когда тебе там надо, условно, в Data Science еще там немножко вышмат подучить, там, чтобы понимать, как эти матрицы перемножать, то тут уже как-то посложнее кажется. Кажется, будто бы это уже не просто программирование, а надо еще что-то поднять, что по-хорошему было бы круто в молодости поднять и сейчас. Я же хорошо в школе учился. Я же гимназист. У меня... Ты в школе матрицы перемножал. До того, как перейти из-за компьютера в обычную школу, я учился в гимназии, у меня было по пятибалльной еще на тот момент, 1/4 только. Она у меня была по русскому языку. Математика, я ходил на все олимпиады тоже, я ходил на все вот эти вот факультативы, решал все эти дифантовые уравнения в классе, наверное, еще в 7-м, поэтому как бы это все не было никогда большой проблемой. Математика, она тоже простая для меня. То есть, подытоживая, ты сейчас в своем возрасте, в своей позиции, в принципе... уверен, что сможешь переключиться в плюс-минус любую сферу в айтишке. Да. Ну вот я так считаю. Понятно, что есть что-то специфическое. Тот же ML, да, наверное, это займет много времени. Там, где надо много математики, особенно сложной, тяжелой, высшей, там, то мне придется потратить какое-то время на математику. Но я не буду тратить время на Python, если он будет использоваться, или там whatever, раз, да. Потому что ты это уже знаешь. Ну, Python знаю, раз я сейчас как раз учу, заканчиваю. Потому что это язык программирования. А где ты находишь свободное время, чтобы этому учиться всему? Тайм-менеджмент. Я очень стараюсь себя менеджить по времени. У тебя семья, у тебя работа, у тебя куча увлечений. Я стараюсь очень сильно менеджить время и очень много времени ночью трачу. То есть я мало сплю относительно для многих людей, наверное. Но выглядишь ты очень бодренько. Да, но я стараюсь как бы, потому что по субботам я могу спать, сколько суббота у меня шаббат. Я хоть, ну, я в корнями тоже еврей, но не поэтому. Просто я по субботам ничего не делаю, у меня есть день полного... Вот я шортик вчера снял, и это сколько? 30 минут. И как бы все. Отлично. То есть... Поэтому, да, я думаю, что я буду переключаться, ну, как мне кажется, у меня получится, но пока мне больше надо по языкам переключаться, то есть, как бы, приходишь, пишешь, или там, в крайнем случае, блокчейн какой-то примитивный поковырять, потому что блокчейн сам по себе примитивный, что бы кто тебе ни говорил в твоем ролике про блокчейн, сам блокчейн бесполезен и примитивен, поэтому, как бы, я тоже делал на нем проекты, у меня было два проекта платных, ну, вот, два клиента. Там же тулинг вокруг, вот тулинг может быть поинтереснее, наверное. Может быть, но в том плане, что все это... Давай вернемся к твоим работам в Нидерландах. Чем ты тут успел позаниматься с точки зрения технологии? Ну, фронтенд, естественно. Я писал разный фронтенд. Писал Node.js, ну, если бэкэнд брать. Писал Python, и сейчас пишу Python с перерывом. То есть писал Python, потом не писал Python, сейчас опять пишу. Писал Go, еще до того, как он сильно поменялся, поэтому мой ролик меня зачмырили, потому что я рассказал про свой Go, понимаешь? Про тот Go, который я делал. И он не такой, как сейчас, понятно. Но, блокчейн делал. У меня было два проекта с блокчейном. Оба были на эфире, на базе эфира. Quorum блокчейн на базе Ethereum и второй прям Ethereum. Мы просто сами разворачивали свои ноды со своим авторитет. То есть вы прям сетки писали, не просто какие-то смарт-контракты? Мы писали смарт-контракты. Зачем нам писать сетку, если мы можем развернуть готовую? Окей. Уже есть куча их всяких. И для бизнеса, или чего хочешь. Нам надо было proof of authority только, чтобы было. Мы взяли Quorum тоже. DevRel, ой, DevOps какой DevRel. DevOps сейчас делаю на базе Azure, то есть всякие Data Factories, пайплайны, вот эта вся шляпа. Метапы, конференции еще, но это как бы не техническое. То есть организую метапы, организую конференции, выступаю на метапах, конференциях на нетехнические темы, потому что технические темы, они от лукавого. Они становятся неактуальными через какое-то время. То есть то, что ты рассказывал, оно неактуально, надо править. Если ты скажешь не техническую, она обычно долгое время держится в тонусе. Ну и, наверное, вот из таких языков все. Дай подумать, какие еще. Java чуть-чуть, но Java опять-таки нет. Поэтому я иногда ее чуть-чуть везде трогаю, и в Нидерландах тоже трогал, но чуть-чуть. Давай так, последний год, чем ты больше всего занимался? Вот этот год это Python, DevOps и немножко React. То есть JavaScript ты сейчас не сильно... Ну, у меня есть свои, у меня есть маленький проект, я хочу сейчас запустить, я думаю, через недельку на Product Hunt его запущу, там будет много JavaScript. Даже так? Даже так, я даже не постесняюсь сказать, я сделал сервис по SSO интеграции Telegram, есть у них свой SSO, ну типа, я его сделал нормальный. Вот, можно приключать приложение, можно как бы делать SSO-шку, вот это все, и он уже готов полностью, бесплатная версия, потому что будут платные, конечно же, у меня там это, функции, их пока не будет. Это open source, closed source? Это closed source, конечно То есть у тебя есть желание потом на этом как-то заработать? У меня даже есть
точно я понимаю платных функций, прям список, который надо сделать. Одна из них супер уникальная, супер нужная, про нее я не могу рассказывать, но когда она появится, она сильно упростит SSO-шную работу, связанную с Телеграмом и управлением. А расскажи тогда немножко про свою стартаперскую карьеру, потому что ты дофига стартапил. Как у тебя стартапы в твою жизнь впрягались, интегрировались, и что это вообще за стартапы были? Стартапы были разные, свои и не свои, то есть я некоторым людям помогал, и это были, ну, один из самых известных, это стартап года в Беларуси, 2 года подряд мы его брали, потому что он немного менялся, и это 80 Days, собственно, поиск авиабилетов большого количества авиабилетов по минимальному запросу. Ты указываешь, откуда и куда ты улететь, и куда прилететь ты хочешь, и регион, в котором ты хочешь полетать и попутешествовать. Тебе находят оптимальные билеты, разные города, ты можешь включать, исключать города. В общем, такой стартап. Он до сих пор работает. Он до сих пор работает, он написан на PHP, на бэкэнде, это многих удивляет до сих пор. Очень сложный, очень хорошо ищет, аналогов нет, очень многие пытались, и Авиасейлс пытался, и там у них что-то есть, и Skyscanner пытался, никто не сделал копию, и у всех или работает медленно, или плохо. Бэкэнд там не мой, естественно, но фронтенд суперсложный, его чуть-чуть тяжело переделать, потому что я его трогал давно, он на React, на старом React, и если его открыть, он кажется очень красивым, очень быстро работающим, он очень сложной логикой внутри, его невозможно переписать быстро, и у меня недавно человек, который всем до сих пор заведует, спрашивал, сколько будет переписать, если команду нанять. Я сказал, прямо если оптимально, они будут вкалывать как проклятые полгода на 3 страницы или 4. Настолько он сложный, там логики много. И я даже не смогу ее объяснить по существующим компонентам. То есть я посмотрю, я понимаю, как там что работает, но я не смогу полностью даже весь маршрут прорисовать. Он работает, он классный, он все нравится, но это такой... Он не приносит прибыли, потому что туризм с ковидом умер, и до сих пор как бы восстанавливаться очень тяжело. Привлекать людей, надо маркетинг, знаешь, люди не доверяют чему-то. Второй, такой, где я помогал, хороший, серьезный, это был ICO-шка. Это была ICO-шка, это был блокчейн-проект. Тоже, по-моему, он до сих пор живой. Это криптовалюта для того, чтобы получать прибыль в играх. Ну, не прибыль, а ачивки в играх. Mm-hmm. Ачивки обычно бесполезны. А здесь ты получаешь крипту, которую ты можешь в других играх тоже использовать. То есть ты получаешь что-то кросс-игровое. Плюс была идея, что ты, если у тебя этой фигни много, мог бы продавать на каком-то рынке. Например. Ну, как минимум, между играми ты можешь свои ачивки зарабатывать и в других играх использовать. Вот он был такой, я там помогал на уровне, я был консультантом, скажем так, когда они там ICO начинали, им надо было кто-то, кто говорит по-английски, кто понимает, как это все работает, и может объяснить, рассказать и взаимодействовать с людьми, которые готовы вкладывать деньги. А ты откуда понимал тогда в блокчейне? Или это блокчейн, когда появился, мы все его здесь обсуждали, у нас люди покупали битки, мы тут стояли, был когда финал Лиги Европы по футболу, Аякс, Манчестер Юнайтед на площади сделали такое место, где можно было смотреть, там 1000 человек, и мы там с товарищами стояли и обсуждали блокчейн. Понятно. Вот, поэтому я решил, что я хочу знать, что это, как это работает. Я потратил кучу времени, мы вот в этом помещении, ой, не в этом, в этой компании еще помещения не было, организовывали митапы, где я рассказывал, как делать, писать смарт-контракты, взаимодействовать и так далее. То есть я сам учился и тут же рассказывал, чтобы мне было легче учиться. И вот я решил, я потом пришел сюда, и перед тем, вот этой ICO-шкой, я пришел к начальнику своему, говорю, хочу проект на блокчейне. И он говорит, ну ты будешь на бенче, пока мы ищем. И 4 месяца я ждал, пока меня нашли. И вот за это время ICO-шный проект появился, я еще подтянул свои знания, пока общался, пока вот на этом мероприятии там разные были блокчейны, Solana, Durana, общались, обсуждали, там все русскоязычные, естественно, были в этих Сингапурах, этих ваших всех. И я много чего узнал и затем применял. Так что блокчейн — это моя личная инициатива, и вот я заработал даже компании на этом денег, потому что были проекты. Понятно, что сейчас их меньше, они нахрен никому не нужны. Но это мое личное такое. Вот по поводу учиться, переучиваться, я думал, что если будет надобность, то я буду уметь, и я смогу на рынке оставаться востребованным. Ну, посмотрим, зима закончится или не закончится. Должна. Вроде там растет все потихоньку. Ну, у меня там есть еще пару вопросов, знаешь. У меня и ролик будет про это, про квантовые компьютеры, как мы будем все это решать потом. А ты прям думаешь, что уже скоро? Ну, я не знаю, насколько скоро, но это положит и весь блокчейн. То есть, и все такие, надо будет использовать квантовое шифрование. И как ты хочешь проект, на котором у тебя 1 000 000 пользователей данных, быстренько перенести на другое шифрование? Или пароли, которые мы используем, они шифруются там шаг каким-нибудь, да, 256-м. Да. А как ты потом, Google, все пароли перенести за день не получится? Ну, мне кажется, там кроме блокчейна вообще все нафиг полетит. И надо очень будет, много чего. Будет очень большой гемор. Ты же помнишь, недавно, буквально полгода назад была утка, чувак какой-то полуученый такой, написал статью, в которой якобы он сделал квантовыми вычислениями расшифровку
всех алгоритмов. И там прям журналисты просто разобрали, за неделю все разлетелось. Топовые ученые делали раскладку, делали обзоры на эту работу, писали, что это херня полная, но по миру разлетелось, там прям даже крипта начала проседать. Да, немножко паники. Ну, сейчас у меня есть профанская мысль, и сейчас меня тут в комментариях потом поправят, и ее оставь. Про блокчейн. У меня была вот мысль, как получить доступ к чужому кошельку. Тебе надо сид-фраза. Да. Ты ее можешь сгенерить. Для этого ты должен ее сгенерировать в тот же момент и в ту же миллисекунду, что она была сгенерирована другим человеком. Да. Получается, любой ключ, сгенерированный сегодня, сид-фраза, она будет отличаться от того, что сгенерирован 10 лет назад. То есть ты не попадешь. Так. А если я часы на компьютере перемотаю на 10 лет назад? Там разве только от времени зависимость у сид-фразы? Ну, там много зависимостей, да. Но вот я хочу узнать все зависимости, поэтому напишите мне в комментариях, а я потом взломаю этот ваш блокчейн. Да, лучше сразу этот приватный ключ шлите в ссылках. Не-не-не, вот я если все зависимости узнаю, их же можно повторить наверняка. Ну... Скорее всего, это можно повторить. А если это можно повторить, значит, можно получить доступ к чужим кошелькам. Давай дальше по стартапам. Я почему спрашиваю, ты так просто сказал, что ты выходишь на Product Hunt. Ну, для рядового разработчика тут бы пообъяснить, что open source есть, и что вообще можно делать pet project и даже зарабатывать. А ты такой, я на Product Hunt. Если кто не знает, Product Hunt — это площадка, где до сих пор самые там крутые стартапы выходят на первые позиции, на них обращают внимание. Это откуда у тебя? Ну, я просто слежу за многими. Я пока вот участвовал в организации конференции, сюда переехал, много конференций сделали, которые сегодня являются, если не крупнейшими, то одними из самых крупных в своей сфере. Например, React Summit. Угу. Мы его начинали здесь делать, я участвовал в первой конференции, наша компания Liberty Global все спонсировала тогда. И я познакомился с огромным количеством людей за пределами русскоязычного комьюнити. То есть вот тот же The Kids, Макс Стойберг, который Styled Components придумал. Да кто угодно. В общем, мы их всех сюда приглашали, они все начинали свои питчи. Storybook этот хваленый чувак. Блин, я забыл, как его зовут, из Роттердама же его делал. Uh-huh. И делает до сих пор. Вот, я всех со всеми с ними познакомился, и я просто слежу за ними. И вот тот же Kidza, например, запускал свою идею, свой продукт на Product Hunt, и это было очень легко. Он прям все расписывал по шагам, как он делал. И я вдохновился этой идеей и понял, что это на самом деле проще. Просто мы ко всему этому относимся, что ты должен быть кем-то, чтобы запуститься на Product Hunt. Нет, у тебя должен быть классный продукт, чтобы запуститься на Product Hunt. Конечно, классно, когда у тебя и продукт классный, и ты человек известный. Но главное — продукт. И немножко маркетинга, чуть-чуть, чтобы его там начали лайкать, и он рос, иначе не заметили. А у тебя вообще есть проекты, которые не с работой связаны, которые приносят какой-то пассивный заработок? Ну вот 80 Days наверняка что-то там, наверное, приносит. Ну, слушай... Такого разряда проекта. Это не вопрос про то, сколько ты зарабатываешь, это вопрос про то, есть ли у тебя вот такое наделать кучу проектов и... Нет, я не увлекаюсь такой темой. То есть ты просто делаешь какую-то техническую штуку прикольную и почему бы не попробовать? Да. Ну, с 80 Days мне предложили поучаствовать, как бы человек, который ее стартовал, Олег, я его знал еще со времен, когда и компьютеры были ни при чем. Uh-huh. Он организовывал концерты белорусских музыкантов в Беларуси и за рубежом очень много. И у него была идея с музыкальной индустрией связана, она потом перетекла в туризм. Вот, поэтому меня просто пригласили, это даже не моя идея. А так у меня просто есть какая-то мысль, я ее реализую. Вот у меня есть TG Cloud, например. TG Cloud? Это клауд, ну типа OneDrive или там Dropbox на базе Telegram, потому что в Telegram можно файлы хранить, и там есть API-ха через бота. Это платный проект? Ну, он бесплатный, он лежит у меня, как бы я его не запускал, он лежит у меня открытый на GitHub, там даже какие-то звездочки есть. Open source, короче. Да, и он написан на веб-компонентах, потому что мне было интересно с ними поковыряться без лит HTML и всех этих, блин, извращений поверх. То есть родные веб-компоненты, Node.js, бэкэнд, Telegram, и все это прекрасно работает. Единственное, что через бота ты можешь только 20 мегабайт файлов загружать, я не закончил реализацию разбивать файл на 20-мегабайтные чанки. Ой, это прям флешбеки в белтелекомовские бытности, когда ты на этих блогах разбивал файлы, и потом Total Commander их сливал. Там еще веселее было. Там было, что внутренние ресурсы бесплатные же были. Да, у белтелекома. Гостевой доступ. Да, и чуваки выкладывали фильмы, я гремлинов откачал, по 5 мегабайт. Не только там, но еще у МТС же была тема, что в интернете 5-мегабайтные файлы были бесплатные. Чуваки разбивали на 5-мегабайтные чанки фильм, и ты просто скачиваешь по 5 мегабайт, ну, архив разбитый, собирается и распаковывается. Да. Давай тогда про технологии немного. Так, на часик вступления, часик технологии. Давай начнем, наверное, с питона, потому что на Python ты в последнее время разрабатываешь. Вообще, насколько ты себя чувствуешь сильным в питоне? Потому что люди, которые нас сейчас послушают, ну, подумают, что ты вот год поработал плотно с питоном. Насколько ты чувствуешь себя тем человеком, который может рассказывать про питон с годовалым опытом? Ну, у меня не годовалый опыт, так. Просто я последний год с ним работаю на последнем проекте. Я и до этого работал, и учил я его сам, потому что он простой. Ну, то есть читать его просто, писать его просто.
у него минимум зависимости по сравнению с JavaScript. Да, есть какие-то библиотеки, ты можешь поставить какие-то пай там, все время название забываю, пайпи, по-моему, он называется, чтобы эти зависимости ставить. Нет, пайпи не для этого, по барабану. Вот, но суть в том, что сам по себе язык простой, поэтому выучить его было легко. Но он используется для абсолютно разных вещей. То есть я вполне свободно себя чувствую, если мне надо веб-сервис написать на питоне. Но я сомневаюсь, что если мне надо будет что-то с машинным обучением сделать на питоне, что, ну, алгоритм-то я напишу, какую-то логику я напишу, но я могу не понимать, опять-таки, не знать тех библиотек, которые там используются, а там наверняка что-то есть. И вот я запускал модель какую-то на питоне, там, к библиотекам пришлось разбираться с этим всем, как она запускается, какие там параметры можно настраивать. То есть я не буду говорить, что я прям на питоне могу все, что питон умеет делать, но если надо сделать веб-сервис, я очень спокойно, хорошо его знаю, вообще без проблем. Я уже делал выпуск про питон где-то года 4 назад с Олежкой. Крутой чувак, посмотрите, мы там прям здоровенный выпуск такой прям жестко технический сделали. На то время, на тот выпуск показалось, что питон используется буквально в двух сферах. Это либо машинное обучение, либо в трех. Написание какого-то бэкэнда и джанго в виде фронтенда. На сегодняшний день как поменялись эти соотношения? Вообще, что в питоне интересного, популярного? Ну, я скажу тебе так. 4 года назад все еще был Sublime текст, который на питоне написан. То есть на питоне, в принципе, и приложения писали. Вот, и все ими пользовались. И, возможно, даже ты Sublime текст когда-нибудь запускал. Питон для всего того же используется, по сути, что и раньше. Опять-таки, веб-сервисы, машинное обучение, какие-то программы можно писать. Но, мне кажется, питон, как язык программирования, он себя не определяет вот в программах. То есть можно делать программы, но они не делают, ну, как я вижу, ничего для того, чтобы оптимизировать это. Но причем всех оптимизаций последние связаны или с ускорением работы, с памятью, с гарбидж-коллектором, там еще с чем-то, и с синтаксисом. Они пишут очень много синтаксического сахара поверх того, что есть, чтобы упростить написание. Это вот тема, которая в JavaScript была популярна. ES6 — это синтаксис просто поверх ES5, да, чтобы тебе классы было удобнее писать вместо объектов. И вот Python двигается в том же направлении, и они себя четко, как мне кажется, определяют как веб-сервисы и, ну, и машинное обучение. И как мне кажется, что вот только это и надо делать на Python. Ну, то есть я считаю, что веб-сервисы и ИИ, причем для веб-сервисов у нас выбор небольшой, да, у нас FastAPI и Django, и для ИИ там куча всяких библиотек, конечно же, есть. Я еще не заморачивался, и я называю ИИ, но машинное обучение. Понятно. Я еще не заморачивался машинным обучением, поэтому не знаю, что там использовать, кроме того, что я запускал модель. Поэтому не скажу. Но ничего другого за пределами этого нормального на питоне, как мне кажется, делать нельзя, именно такого. Но я могу, типа программы или там, я не знаю, нативных приложений, что-то. Но я супер неправ в данном случае, потому что про PHP можно тоже так говорить. Но я четко знаю, насколько крутой PHP по нашему сервису, по нашему бэкэнду. И, как я уже говорил, пытались люди повторить. Если на PHP написано, они могут повторить на других, то я думаю, ну, слушай, ты сейчас так говоришь, на самом деле, что PHP будто бы какой-то слегка болезный язык. Так-то PHP развивается и давно уже из криптового языка превратился вроде как в конфетку достаточно неплохую. PHP охуенный. Можно не запикивать. Мама, прости. Вот. Но вот если говорить о питоне, вернуться к питону, то питон это такой, ну, как для меня тоже узкоспециализированный, как PHP язык. То есть вот у него есть две ниши, которые он пытается занять. И, я так понимаю, искусственный интеллект и машинное обучение — это его сейчас топ-1 для них, где можно всунуться и практически без конкурентов существовать. Там раз что-то пробует, еще какие-то языки появляются, ну и такое. И веб-сервисы, наверное, потому что просто писать на питоне. А, боты на Телеграме, боты на Телеге. Ну да, боты, понятно. У тебя большая часть опыта, я так понимаю, с веб-сервисами, да, на питоне? То есть это Django, это Fast API. Есть там какие-то проблемы? Я помню, что с Fast API, да и Django, наверное, было что-то там, типа, многопоточности, какие-то проблемы. Это стандартная тема у питона. Питон не самый, ну, как я вижу, опять-таки, я не эксперт в сравнении языков программирования. Да, вот этот быстрее, этот медленнее, раз быстрее всех, вот из тех, что я тут перечислил сейчас. Проблемы скорее с тем, что он дохера жрет ресурсов. И это незаметно, когда у тебя он премис решение, но когда у тебя Azure какой-нибудь или AWS, то питоновые сервисы, они жрают огромное количество денег. И вот сейчас у меня Azure, и я вижу, сколько денег сервисы уходит, и прям питоновая часть у нас есть, Information Factory мы ее называем, на питоне написано, как лямбда-функция. Она прям запускается раз в день, а жрает там 500 евросов в месяц. Раз в день она запускается, дату просто собирает и кладет куда-то. Тогда логичный вопрос, зачем вы на питоне это делали, если есть куча других технологий, языков, которые бы сделали это оптимальнее? Насколько я также понял с точки зрения банка, для них питон выглядит как самый дешевый с точки зрения разработки. Не с точки зрения содержания. То есть содержания. Заказчика было. Да, и заказчик просто хотел быстро и дешево разрабатывать, потому что питон, он простой, как я уже сказал, на нем много разработчиков, причем здесь есть целая школа, они через 2 месяца выпускают разработчика на питоне,
ну, условно, который что-то знал, просто именно на языке программирования. Вот у нас два таких работают после школы, после университета, они там какие-то курсы закончили к тому, что знали, и уже джунами в банке работают. И этого хватает для того, чтобы делать веб-сервис. Особенно, если он уже готов. Если тебе не надо его начинать с нуля, разворачивать инфраструктуру, а просто писать код, взаимодействие с данными, еще что-то. Это примитивно, и поэтому для банков это дешево, для всех это дешево. Mm-hmm. Но затем ты с дополнительными сталкиваешься костами, ценами, которые это инфраструктура, собственно. Это в том числе причина, почему ты сейчас Rust изучаешь или нет? Ну, Rust я изучаю, потому что есть подозрение, что он будет сильно популярен, а я же хочу шейпиться вместе с рынком, я как бы хочу подстраиваться под рынок, и если все будут хотеть Rust, я тоже буду уметь. Откуда такие подозрения? Не знаю, так язык сам по себе прикольно выглядит. Он быстрый, он сложный к написанию, то есть к чтению, написанию, к пониманию, поэтому есть вариант, что там не будет как с Python или JavaScript, что он бежит просто миллиард каких-то лохов и превратят язык просто в набор говна. Да, ну так и есть. Есть классный ролик у чувака на Ютубе «Не пишите open source». Там он объясняет, собственно, что не должны все писать open source. Вам говорят для портфолио, для там, трудоустройства, не пишите сратый open source. Вы портите то, что уже есть. Когда ты такой новичок, приходишь писать open source, ты видел open source библиотеки изнутри, большие? Это, блин, просто ужас по коду. Потому что пишут говнокодеров всяких, толпа. Ну, не знаю, у нас в Microsoft все нормально. Да, но я к тому, что это простые языки. А раз он сложный, он очень быстрый, он сейчас используется везде. Вот Zig и Rust, мне кажется, сейчас становятся популярными для всяких инфраструктурных решений, для того же JavaScript, именно за счет того, что они быстрые и ну, такие, как тебе объяснить, легко собираются, легко запускаются, компиляция нормальная, то есть вот такого плана. И я думаю, что они будут, вот Zig, Rust, может быть, Elixir, ну, на мой взгляд, они будут расти в популярности, и поэтому я Rust тоже подучиваю, и Elixir — это у меня второй язык на этот год. В кулуарах ты нам рассказывал, что тебе Rust, в принципе-то, не сильно нравится. Ну, мне Rust не нравится, да, потому что я считаю, что вот Python — простой язык для изучения, понимания и чтения, JavaScript без TypeScript — простой язык для понимания и изучения. Ну, он сложный замастерить, но простой для того, чтобы начать. А Rust сложный, чтобы начать, сложный, чтобы замастерить, и на выходе просто классные штуки получаются. Я люблю, когда ты делаешь что-то классное, но мне не нравится сложный процесс. Поэтому мне не нравится Rust. Но ты же в Rust вкатываешься для того, чтобы с индустрией в ногу идти. То есть, получается, Rust — это не тот язык, который ты выбираешь для того, чтобы по кайфу дальше разрабатывать. Тебе-то, как обычному разработчику, пофиг, что он там отжирает кучу Azure, потому что навряд ли ты будешь высоконагруженные проекты, пет-проекты писать. Да, так и есть. Ага. Ну окей, хорошо. Давай еще чуть-чуть про JavaScript, потому что... Можно и много да, про JavaScript. Можно ну, у тебя большая часть опыта с JavaScript. Насколько я понимаю, ты перешел не по своей воле на Python из JavaScript. Чувствуешь ли ты, что ты не успеваешь за рыночком JavaScript, за Python? И вообще нужно ли тебе успевать? Ну ты типа сейчас Python работаешь, изучаешь там Rust, у тебя Elixir, а JavaScript где? Это же всегда со мной. JavaScript — лучший язык программирования из тех, что я знаю, потому что его можно писать как угодно, что угодно, и ни один язык не может с ним в этом сравниться. Ну, у PHP примерно такой же был. Ну, нет, ну на PHP ты нативное приложение не напишешь, согласись. Есть. Ну, есть, это такое извращение. Это все равно не нативный код в итоге. Okay. А тут тебе, пожалуйста, Expo, React Native конвертируется в нативный код, все красиво, все приятно. Хочешь — пиши игры, хочешь — пиши программы, хочешь — пиши веб-сервисы, морду, бэкэнд. Что еще можно на JavaScript? Примерно то же самое можно делать, например, на .NET, на Java, на всем чем угодно. Да, но в итоге твой .NET и Java будут получать в конце JavaScript, для того, чтобы на странице он запускался. Либо в Assembly, на самом деле. Ну, это вот это спорный вопрос. Это вот у меня с Rust там тоже есть кое-какие надежды. Там ничего спорного, там только один файлик, который запускает у тебя. Да, но это немножко, все-таки это немножко другое программирование. Там свои методы, свои взаимодействия с домом, у тебя появляются свои дополнительные функции, да, еще да, что-то. Да. То есть надо все равно что-то выучить. Но при этом, если мы берем JavaScript, он изначально сделан и для функционального программирования, и для ООП. Ну, ты можешь писать как угодно его. Хочешь ООП писать — пиши ООП, хочешь функциональное — пиши функциональное. У тебя есть хочешь типы писать — ты всегда их мог делать и до TypeScript. Просто проверки добавляй, type of, и вот это вот все, и погнали. Из array у тебя там все возможности есть, если тебе хочется их делать. Можешь не писать типы, если тебе нравится. Хочешь управлять памятью garbage коллектором — управляй. Не хочешь управлять — не управляй, да плевать вообще. Хочешь засирать в браузере вкладку, хранить там все просто в каком-нибудь IndexedDB, да, или где-нибудь там в SQLite — да, пожалуйста, не хочешь — можешь ничего не засирать, храни все в памяти. Вот такое. Он супер универсальный, и я на нем все пишу. Если мне надо сделать, мне надо математику какую-нибудь сделать. Условно, у меня есть CSV файл, CSV, все да, правильно. Да. CSV.
И мне надо там в Excel что-то посчитать. Мне впадло его в Excel открывать. Я просто JavaScript его разбиваю по запятым, делаю мне необходимую логику, получаю в консоли результат, скопировал, вставил, поехали. То есть я его всегда использую везде. Я свои проекты, ну, как бы, вот ты говоришь, хобби-проекты и стартапы. У меня нет таких хобби-проектов и стартапов, что прям паблик, я там, вот это у меня стартап, заходите и пользуйтесь. Но у меня проекты на компьютере, как говна на JavaScript. У меня появляется мысль, знаешь, сидишь вечером такой, хочу... Вот SSO у меня на Телеграме мой проект, но у меня была идея сделать лямбда-функцию на JavaScript с SSO. Mm-hmm. То есть просто свой SSO-сервис, да, он там же ведь токены возвращает, GWT, вот это все. Что, JavaScript в плечи, Netlify под лямбда-функцию, и поехали пробовать. Никаких проблем вообще. MongoDB развернули и работаем. То есть и все на JavaScript, потому что я его знаю лучше всего, я могу на нем писать быстрее всего, и я уверен, что это будет работать у меня. Давай теперь к началу вопроса. То, что JavaScript развивается семимильными шагами до сих пор, это не мешает тебе, да? Ну, это же не то, чтобы прям сам JavaScript развивается. Мы можем говорить о всех вот этих вокруг... Фреймворки, фреймворках, моды, технологии. И всего остального. Но я очень большой приверженец core JavaScript. Угу. Как его называют? Vanilla.js, да. И я учил JavaScript, когда не было библиотек. Был jQuery, я Mutools тогда использовал, против рынка шел. Вот. Но... Я очень за core JavaScript, и поэтому совершенно не важно, какие вы там библиотеки будете писать, совершенно не важно, какие разработчики фреймворки изобретают, то там все на Vanilla.js в конце. А почему ты так TypeScript тогда хейтишь? Вроде как TypeScript, наоборот, делает код чуть более понятным и предсказуемым. Ну, это для тех, кто начинает. Вот представь человека, который хорошо знает язык программирования, и он заходит, ему надо почитать source-код какой-то, да, mm-hmm. Вот я там JavaScript-профи, мне надо условно читануть source-код какой-то библиотеки. Я открываю, и все, что я там буду видеть, 90%, если сложная библиотека, чего я буду видеть, это типы. Интерфейсы, типы, описания, зависимости, вот это вот все. И я не вижу логики. То есть для того, чтобы найти логику, мне надо пролистать все эти типы входные-выходные. Где-то там маленький кусок логики, и опять типы, и типы, и типы. При том, что ну, мне... Делайте нормальную архитектуру так, чтобы не надо было листать. Там папочка с типами, там с интерфейсами. Ну, уже у тебя уже рассказывал Шамсиддинов. Он уже рассказывал, что нафиг это не впилось. DTS-файл создаешь, JS-доку накинул, и у тебя все типы подсасываются, да, в подсказках будут. В проверке будут те же подчеркивания, если ты не тот тип ставил. Но у тебя не будет загажен сам код. У тебя не будет вот этих вот, как его, больше-меньше скобочек, внутри T, extends, X, там еще одни скобочки, B, in, там что-то, и вот эта вот конструкция, это тип. Вот столько кода, вот столько конструкций типа. Оно мне надо? Зачем? Что мне это даст? Ну хорошо, но в JavaScript дофига кто вкатывается, и с точки зрения того, что тут дофигища программистов, вроде как это будет... улучшать кодовую базу, которая появляется из-за вот тех самых джунов, про которых недавно говорили, что дофигища джунов, дофигища говнокода появляется. Ну вот, например, нет, но мы получаем говнотипы. Есть стандартная проблема с Any, да, много кто. С Any, погнали, и не паримся. Но вот эти сложные типы, их же тоже надо составлять. Это как отдельный язык программирования. Тебе надо выучить конструкции, которые ты будешь писать для типов. Есть какие-то уже отдельные плагины, чтобы красиво ошибки показывать, потому что когда у тебя типы сложные, тут надо будет запикать, то ошибка нечитаемая. У тебя отдельный плагин читать ошибки. У тебя отдельный плагин, чтобы стилизацию твоих типов сделать, чтобы они выглядели красивенько. А потом в ECMAScript каком-нибудь 2027 появятся типы более упрощенные. И все такие, о, типы теперь встроены, да, как в PHP. Хочешь типы, хочешь не типы, у тебя есть выбор. Здесь тоже появится, и все тогда забьют и на Flow, как раньше, как уже забили, и на TypeScript. Не, ну... Да, но никто из JavaScript-изеров не думал, что в принципе с типами можно писать какой-то более... не будем говорить понятный, но более стабильный код. Тут появился TypeScript, и такой, ну вот, теперь можно. Теперь можете писать строгую типизацию, условно строгую типизацию, и ваш код будет работать более предсказуемо. И там какой-нибудь Foundation, я не знаю, не помню, кто там в JavaScript смотрит, такие, ага, класс, давайте-ка мы в ECMAScript там какой-нибудь версии внедрим какие-то из этих штук. Или это неправильная логика? Нет, это правильно, они всегда так делают. Они всегда подсматривают у того, что снаружи, и потом добавляют, да? То есть вот те же, да, пример с теми же классами в JavaScript, их добавили, да. Потому что народ сильно ныл, прям, что классов нет, писать объекты, потом... Как я офигел, недавно писал на JavaScript программу, я такой, блин, а если здесь классы завезли или нет? Такой, пишу, класс работает, да, да. Работает! Но на самом деле это же то же самое, что ты раньше писал объект, да? У тебя был объект, ты, у тебя не было конструктора, ты делал какую-нибудь свою функцию init, и потом... Ну, в моем случае это сильно удобнее, потому что ты вышел из типизированных языков, C-Sharp, Java, другие языки, и ты пытаешься эти же паттерны применять в других языках. Когда они тут есть, то тебе сильно проще писать код. Это единая какая-то кодовая база между языками, межязыковая.
Ну, так вот, да, они подсматривают, берут и потом внедряют. Это нормальный процесс. Но я прям сомневаюсь, что они внедрят TypeScript в том виде, в котором нам сейчас Microsoft его подсовывает, с новыми особенно обновлениями, которые последние в TypeScript ужасные эти просто. А что там такое? Я читал твит. В общем, там надо еще более сложную конструкцию теперь строить, если ты хочешь строку с разными выборами, плюс еще случайно. В общем, там чувак писал большой пример. Если вам надо три типа, которые вы можете, строка с тремя возможными значениями, и там какие-нибудь два еще, может быть, опциональных значения, здесь есть, там нету, там вот такая вот конструкция. И он говорит, вот смотрите, здесь вы задаете начальное, потом здесь условия прописываете, если не начальное. Я на это смотрел вообще, думаю, боже мой, какой ужас. То есть я TypeScript пишу кучу логики в типах, которые потом, так как это просто линтер во время разработки, выкинутся нахер. То есть все, что я вот это вот напишу, потом на готовом продукте. Ну, с такой точки зрения, блин, много чего выкинется нахер. В принципе, если ты пишешь в объектно-ориентированном стиле, то там же тоже много чего выкинется нахер. Там же нет как такового наследования, вот как в C++. Это же все тоже под капотом там как-то во что там преобразовывается в этот. Прототипированное, наследование через прототипирование. Да, да, да. Это сильно, это сильно заход через задницу для тех, кто видел нормальное. Да, но сейчас поэтому вам дали классы и все функции для работы с классами. Но как бы все это у нас было давно. Оно было сложное и через жопу, но мы эти ваши ООП через жопу писали, понимаешь? Я к тому, что типа, если тебе стандарт дает то же самое, что потом на процессе интерпретации превращается в ванилу, то почему ты стандарты не хейтишь, а TypeScript хейтишь? Не, ну, во-первых, оно уже не превращается в ванилу, давно никто не конвертирует такой старый код. Да? У Google же есть это правило, которое сейчас практически все преследуют, кроме там Gmail, наверное. Угу. Это Google поддерживает всегда три последних версии браузера. Окей. Вот, то есть они вообще не поддерживают Explorer, там старые. То есть с Legacy... Да, поэтому не надо конвертировать прямо в такой древний код, да, в ECMAScript 2014, условно, какой-нибудь. Ты классы расставляешь... Babel уже не нужен, короче. Не, ну, Babel уже давно не нужен, как в таком виде. Уже есть как бы более упрощенные варианты конвертации. Babel он конвертирует буквально в ES2005 там какой-то, чтобы твой Internet Explorer тоже мог это запустить. Это уже не актуально, уже давно не актуально. Сейчас даже не актуально в некоторых смыслах TypeScript, вот если у тебя бан или ден на TypeScript, даже не надо в JavaScript знать. Ну, как они говорят, мы запускаем в рантайме TypeScript. Потом они, конечно же, конвертируют его в JavaScript, иначе работать тупо не будет. Но это делается уже не при запуске. То есть ты этого уже не видишь, уже нет у тебя в консоли бандлинга и всего остального. Но он всегда есть, всегда. Поэтому TypeScript, я думаю, он умрет. Мое личное мнение. Я его тоже пытаюсь использовать, ну, как бы потому что надо на работе. Но именно такая сложная конструкция типов, она не выдержит. Не выдержит. Okay. Даже у вас в .NET такого сложного нету. Блин. Настолько... Ну, в .NET есть куча всего другого. Да, но вы босс. Не пишете типы вот это вот, вот такие. Вот такие вот, буквально. Что еще в твоей практике случалось из языков? За последнее Solidity было одно время, ну, пару лет назад было достаточно Solidity. Потом он тоже сильно поменялся. Я недавно залез посмотреть. Вау, Solidity уже больше может, на самом деле, всего. Но это супер примитивный язык программирования. Но и как бы он не для начинающих. Есть такое мнение, что Solidity простой, там мало функционала, можно зайти и делать. Это абсолютная ложь. Абсолютно. То есть мы пушим людей писать ошибки. Это вот эта знаменитая история со смарт-контрактом эфира, где забыли при закрытии смарт-контракта отправку валют денег, которые в смарт-контракте на какой-нибудь кошелек сделать. Мы, и там 150, это выпуск, да, 150 миллионов подвисло. Словой. И тогда же была идея, что давайте мы с вами эфир форк сделаем и сделаем исправление. И тогда же они в эфире сказали, вы что, если мы под каждую такую херню будем форк делать, и там и бэкдор какой-то, то это со временем все прекратит свое существование. Поэтому Solidity, ну, сейчас они сделали по дефолту, это происходит, когда закрываешь смарт-контракт. И получается, что тебе надо писать очень сложный и вот такой вот лоу-код. Ты должен понимать, что ты пишешь. Ты с памятью, у тебя память прямо в объектах там хранится и в массивах. Ты должен уметь правильно работать с данными. То есть ты должен понимать, какие бывают типы данных, как они работают, как в них хранить информацию и как информацию доставать. И вот это надо делать. У тебя нет баз данных, у тебя нет там еще каких-то штук. Но Solidity — это прям совсем же узкий пример. Это по факту язык для написания смарт-контрактов, да? На эфире, по-моему. Да. Ну, там и на, ну, не на эфире, еще на подобных сетях. А, там же есть всякие Funk-C. Ну, Funk-C и еще какой-то. Я тоже про них ролик сделал. Это же телеграммовая тема. Да. Это для тона. С тоном тоже ковырялся. Я, правда, писал про NFT больше. Вот совсем недавно, год назад товарищем бота писал NFT создавать, собственно, NFT картинки в данном случае у нас было, и продавать их через бота в телеге. Я не писал Funk-C, но я про него рассказывал, пытался, я читал. Он более сложный по написанию. Он прям, ну, если сравнивать с Solidity, то черт новый. Ну, Funk-C сравнивают там чуть ли не C++. Там есть еще несколько более высокоуровневых языков, но они все равно все в Funk-C потом транслируются. Да, он очень сложный.
для того, чтобы с него начинать. И это другая тема. Туда нельзя с улицы зайти, и ты такой сразу, я буду фанси учить, и сейчас я буду мастером смарт-контрактов для Тона. А ты вообще как думаешь, тоновский блокчейн, он имеет какое-то будущее большое? Такой сайд-вопрос, ну, просто интересно. Человек, который работал. Ну, если они его не испортят, то есть. В данный момент я вижу Тон как суперпопулярное средство для конвертации валюты трансграничной. И прям хорошо. Прям хорошо, но это в отрыве от смарт-контрактов и всего остального. Просто именно как бабка-гонятель. И для этого он идеально подходит. Он встроен в Telegram, тебе даже за пределы телеги не надо выходить. Ты там P2P рынок купил, продал, вывел, куда тебе нравится. И вот это все. А если его брать как смарт-контракты, логика и приложение поверх, то все будет зависеть от того, как сам Telegram будет их поддерживать. Все-таки это не тот Тон, который Telegram начинал. Это уже как отдельный продукт, который с Telegram запартнерился. Да? Тон Foundation. Да. Понятно, кто платит за балку. Ну, скорее всего. Но все равно это как будто бы другие люди, и комьюнити русскоязычное очень большое. Ну, слушай, сейчас. Это как с Kotlin на самом деле. JetBrains, ну как бы есть Kotlin Foundation, но понимаешь, что JetBrains и Google. Тут, наверное... Да, но есть вариант, что они не в том плане, что они сделают язык плохим, или там блокчейн плохим, или еще что-то, а в том, что они сделают его черным. Они превратят его в отмывание бабок. Это очень большое русскоязычное комьюнити, это его большая проблема. А русскоязычное комьюнити в IT, особенно в таких блокчейнах, везде, где деньгами пахнет, это очень много скама, херни и обмана. Вот я когда на эту криптоконференцию в Азии был, там белорусы организовали, одни русскоязычные, ну, кроме нескольких инвесторов были. Некоторые буквально рассуждали с точки зрения забрать бабок и уйти. Блин, это вообще странно, мне всегда казалось, почему в крипте в основном русскоязычные люди? Неужели она что, не популярна во всем остальном мире или как это происходит? Она популярна как бизнес-решение, а в русскоязычном мире она популярна как способ быстро бабок заработать. А, окей. И поэтому они бабки там зарабатывают большие. Посмотрите, сколько в Дубае крипто-стартапов с русскими чуваками и белорусами. Это, вот, и Тон может пойти по этой протоптанной дорожке, проторенной эфиром условным, и просто уйти в ту сторону, в которой государство начнет с ним бороться. И вот тогда это будет проблема. Так как ты живешь в Европе, в Нидерландах, хотелось бы еще с тобой поговорить по поводу рыночка. Потому что незакрывающаяся тема последние два года. Люди уезжают в Европу, лей-оффы до сих пор идут, уже постковидные, постпостковидные. Че, как ты ощущаешь рынок? Сложно ли сейчас заходить в айтишку? Сложно ли сейчас бывалым айтишникам менять работы? Потому что у тебя мнение тут такое своеобразное, насколько я понял. Ну, слушай, я считаю, что сложно, так? Если ты достаточно хорош. То есть не умеешь себя продать. Вот эта вот знаменитая фраза «не уметь себя продавать». Все будет большой проблемой. Потому что надо не просто красиво код писать, надо красиво объяснить людям, что ты его пишешь. Мне кажется, большинство программистов не умеет. Они думают, что если как раньше я портфолио показал, ссылку на GitHub скинул, то я молодец. Никто не будет вчитываться в твой код на GitHub. Если у тебя там 1000 файлов, никто не будет читать твою 1000 файлов. Ну так глянут одним глазом, знаешь, какой-нибудь разработчик из компании скажет «да, неплохо». Ты должен уметь донести, вот рассказать какую-то историю, рассказать про свой проект. Тогда ты найдешь работу. Ее стало меньше, особенно для джунов, что логично. Но без джунов не будет сеньоров, мидлов, всех остальных, поэтому для них, конечно же, она есть, просто ее меньше. Плюс в целом рынок здесь и во всем мире шифтится. То есть IT – это молодая отрасль. По меркам других отраслей, мы можем сказать, там 30 лет, там 25, она молодая. У нас еще нет того, что есть в других отраслях. Много чего нет, да? Например? Да, я банальный пример с профсоюзами. Они только начинают появляться, и то в Америке их там щемят в компаниях. Amazon чаты закрывают у себя в Slack'е, связанные с профсоюзами. Потому что у нас нет защиты людей. У нас вот в Америке уволили, до свидания, да? Как бы письмо прислали, и тут же... И да, ты ее даже не успеешь прочитать, тебе уже доступ отрубили. Это привет Cloudflare, или у кого-то недавно зашквар был. Да. Уволили 100 человек, но уволили просто за 10 минут вот так. Вот, поэтому просто шифтится... Во-первых, мы набрали много говна. У нас, я не в обиду джунам, но в IT попали люди, которые тут не должны быть. Это как слесарем поставить человека без рук, понимаешь? О, это ты жирно накинул. Ну что значит не должны быть? Ну, ты получил компетенции, тебя взяли на работу, ну значит ты, наверное, на нее подходишь. Что ну значит, нет, не понятно, быть? Что типа ты... Типа это про то, что ты должен любить программирование? Чтобы... Не-не-не, понятно, что ты можешь пойти работать поваром, даже получив компетенции, если ты умеешь нарезать овощи и фрукты, потому что шеф-повар тебе скажет, в каком количестве их нарезать и положить. Да. Но это не значит, что ты там задержишься, потому что никому не нужен человек, который не понимает, как это устроено. Mm-hmm. То есть в IT попали люди, которые понимают, как писать код с точки зрения синтаксиса. Все же просто. If, else, while, this, напихал и работает. Но они не понимают правильных логик. То есть в программировании надо много логики.
Да, ты можешь писать даже говёный веб-сервис, но как только у тебя добавляется условная авторизация, у тебя становится дохерища логики опасной. Потому что это авторизация, это безопасность. Они не понимают, как это работает. Они не могут понять, как это работает. Для... Не могут? Ну, они понимают, что вот есть пароль, и его надо зашифровать, чтобы нельзя было стырить. Но как он шифруется? Зачем он шифруется? Ну, так, почему именно так он шифруется? Ты свою бытность тоже этого не понимал, пошел, почитал и начал понимать. Нет, я понимаю, что есть люди, которые... Ну, есть люди, которым, ну, просто с точки зрения... Которые не хотят развиваться. Не то, что не хотят. Они не предназначены для вот такой работы. Как тебе объяснить? Ух. Может, как это... Не про мозг надо. Они не умеют думать в нужном направлении. То есть для них логика — это не конструкции сложные, if, else. Для них логика — это вот есть начальные данные и конечные. Ну, то есть, блин, очень трудно объяснить, что я имею в виду. Склад ума это называется. Вот, я вспомнил это выражение. У них склад ума, и он не должен быть математическим. Да? Не надо тебе математика в большинстве случаев в программировании. Это прям тоже из разряда сказок, что все должны быть гениальными математиками. Нет, но ты должен уметь выстраивать логические цепочки и находить в них исключения, скажем так. И есть какие-то люди, которые не могут этого делать? Ну, кажется, ну конечно. Да, блин, да все математику в школе более-менее знают. Нет, ну вот самый большой... Ну, в смысле, математику, как я привожу как пример логического мышления, ну, видите, нормально. Нет, у нас все процессы построены на то, чтобы это спрятать. У нас все процессы... Ты создаешь таск в Jira, и в таске в Jira, в хорошем проекте принято, чтобы ты расписал прям все, как тестирование будет происходить, что будут тестировать. Потому что человек, который не может сам этого предусмотреть, ему надо все расписать. Иначе он упустит какой-то момент, edge case, еще что-то. Или вот я сажусь, да, мне скажут написать search, вот мне надо поиск написать. Я знаю, да, что там должен быть дебаунс, потому что человек пишет, затем он паузу поставил, потом что-то куда-то отправляется, мне надо количество строк проверить, escape сделать, чтобы это было безопасно и так далее. Я это знаю сразу. Да, я это когда-то выучил, но некоторые люди этого не смогут запомнить и выучить, потому что для них это как бы сложно. Блин, Миша, ну для нас это тоже может... Ладно, для тебя, может быть, было несложно, но наверняка есть люди, которые там... Нет, но я один я поклонник той такое, теории, что потратив нужное количество времени для тебя персонально, ты можешь, в принципе, все это понять. Другое дело, что ты можешь быть ленивым, ты можешь быть недостаточно мотивированным, чтобы потратить это время. Нет, ну, во-первых, не все люди, как бы, ну, я же вот вижу, у меня мама преподавателем работает, да, в колледже работала, сейчас так, на пенсии. Так. И, ну, я буквально видел, что люди бывают разные. Я был в армии, я видел абсолютно разных людей, они по-другому думают. Я уверен, что они по-другому думают. Угу. То есть то, как я выстраиваю себе логические цепочки, для них это совершенно непредсказуемо. Они не могут этому научиться. То есть они живут в каком-то маленьком мире, где у них есть straightforward, прямая линия, по которой ты должен идти. Есть начальная точка и конечная, тебе надо ее пройти. Как-то получилось выучить if else и всякие while и все остальное? Ну, потому что это легко выучить, это стандартная ситуация. Ты не можешь предсказать, какие тебе нужны if else, ты понимаешь. Хотя бы то, как работает if else, ты уже, в принципе, понимаешь, как это работает. Это да, немножко, но тебе надо все if else учесть. Понимаешь? Ага. Он же не один if else. У тебя их много. Один уровень ты постигаешь, а вот уже на слоении этих уровней это сложновато. Да, и причем не то, что тебе надо только авторизацию выучить. Это же не так в программировании, что я вот выучу. У тебя столько всего. Базы данных и работа с ними. Да, вот возьмем бэкэнд, любой бэкэнд. Все вот говорят, выучи питон, и ты едь в Германию, да, и релоцируйся. Но тебе кроме питона надо. Ну ладно, Fast API и Django, come on, если питон хорошо выучит, не проблема. Но тебе нужны базы данных, тебе нужны авторизации, тебе нужно... Безопасность, мне кажется, самая тяжелая. Тебе надо все время думать о безопасности. Все эти кейсы нужно предусмотреть, чтобы данные... Производительность. Производительность, да, обязательно. Да. Но это последнее, о чем думают на самом деле. Давай будем откровенны. О производительности думают на больших проектах. Когда деньги начинают утекать, тогда... Да. И когда проект уже достаточно большой. Да. Вот. Поэтому ты должен выучить всего много за короткий срок. И короткий срок — это не неделя, два, это год. Даже год — это очень мало времени для того, чтобы все это освоить, со всем этим поковыряться. А люди просто по складу ума не способны прийти и понять это. Тогда у меня вопрос логичный. А почему их всех наняли? Потому что мы пришли с того, что ты говоришь, понанимали много людей, которые не хотят, не способны и т.д. и т.п. расти дальше. А почему их тогда нанимали? Что за фигня такая? Ну, у нас хороший пример с ковидом, но это началось еще до ковида. Да? В ковид, когда все резко посели по домам, всем понадобились интернет-сервисы, все хотели онлайн что-то делать, они начали расти. Вот Zoom классный пример. Все начали пользоваться Zoom, он начал расти, у него находились дыры в безопасности, они начали дико нанимать людей. Угу. Джунов, чтобы делать простые задачи, сеньоров, чтобы закрывать сложные проблемы. Там, тим лидов различных, чтобы помогать все это дело всем остальным и какие-то технологии новые применять. А затем оказалось, что так много не надо, потому что нет такого... Этот деманд был, он был в короткий промежуток времени, как оказалось. И теперь ты понимаешь, у тебя нет нагрузок, нет таких проблем, ты уже закрыл те дыры, которые были, тебе не нужны люди, которые их закрывали. И так со всей айтишкой было, мы дико нанимали. ЕПАМ рос, он нанимал на будущее, там фронтендеров такой бенч был. Там сотни человек сидело в Минске на бенче, фронтендеров, понимаешь? Но а вдруг придет клиент, и надо будет 20 разработчиков туда посадить. Будем держать, у нас есть деньги, мы сейчас зарабатываем. И так Мира нанимает, JetBrains нанимает, Amazon нанимает.
потому что все пользуются, у нас лот большой, давайте все на Node.js перепишем, мы 4 миллиарда сэкономим. И вот это вот все. А потом оказалось, что все, время этого прошло. Да, у нас появились новые инструменты, новые технологии, у нас ноу-кода становится много, вот как у нас в банке, да, нам не надо больше фронт-энд-разработчиков, у нас ноу-код, мы их наняли. И что с ними всеми делать? Надо их удалять, увольнять и нанимать Mendix-разработчиков, которые дешевле, проще, и там неделя курсов, и ты можешь это делать. То есть вот потому что мы, ну не мы, индустрия рассчитывала на то, что она будет так же rapid расти, так же быстро, резко, и в какой-то момент все поняли, что это неправда. Это как бы не, как с электромашинами, вот тоже хороший пример. Все начали покупать электромашины, а последняя новость, никто не берет электромашины больше. Сокращают, Ford закрывает пару производственных линий, те закрывают, эти, потому что на хайпе набрали, думали, что будет потребность, думали, что будет рынок. Потом все поняли, что это не так хорошо, не так прекрасно, и никто не покупает больше. Так и с айтихой, мы набрали в надежде, что мы будем расти, а мы не растем. Ну, это хорошо, но это проблема на низком уровне с точки зрения найма сейчас. То есть у джунов проблема из-за этого, понятно, много. Не, у всех. А почему у всех проблема? Потому что кажется, окей, джунов поувольняли, и эти джуны сейчас хотят вернуться и прибавляются к тому потоку, который все равно продолжают учиться, и людей больше. Ну, а вакансии тоже меньше становятся, потому что там компании какие-то бюджеты свои экономят. А почему это коснулось сеньоров? Почему ну, это коснулось увольняют же не только джуны. Джуны – это низкоуровневые, это как бы расходный материал. Я просто пытаюсь понять, как ты связываешь, набрали кучу людей низкоквалифицированных с тем, что мы страдаем. Нет, на низкоквалифицированных это я говорил к тому, что нам индустрия шифтится, и нам не нужны все те люди, которых мы нанимали, с точки зрения, что пытались войти все ради денег, ради стабильной работы, когда ковид начался, да. Онлайн-разработка. Ты завод и магазин никому не нужны, а онлайн-сервисы работают. Поэтому все туда шли, и мы их нанимали. Мы росли, плюс люди приходили, берем всех подряд. Понятно, что сейчас выкидывают в первую очередь джунов, которые меньше всего нужны. Это как бы люди, которые ничего не решают. Они пишут код, манки кодинг на основе заданных, поставленных задач. Но и сеньоров столько не надо. Зачем тебе команда из 10 сеньоров? На продукт, который вот не растет, он не добавляется новые фичи, ты что-то поддерживаешь, может быть, меняешь дизайн. Тебе не надо 10 сеньоров, ты их сокращаешь. Тебе надо 5 и 2 джуна, ну, условно, там, или 3 сеньора, 2 джуна. Ты найдешь двух джунов, оставишь трех сеньоров. 7 сеньоров под нож. Тогда в такой модели не совсем понятно, что делать вот тем сеньорам 5, которых уволили. Вроде как рынок закукожился, новые продукты вроде как не возникают особо тоже, но при этом ты говоришь, что умея себя продавать, ты устроишься. Да, но вакансии-то все равно есть. Откуда они есть, если сокращают везде людей? То есть, по идее, вакансии должны пропадать. Что, откуда берутся новые вакансии? Ну, слушай, я не... То есть я бы понимаю, если бы это была история того, что сейчас на рынке тенденция замены, скажем, сеньора, который не перформит, сеньором, который перформит. Но такого мы тоже не видим. Людей просто увольняют, и они не находят работу, либо находят работу. И вот здесь надо подстраиваться под рынок. Дело в том, что новые вакансии появляются, но они появляются не на старых продуктах, а на новых. Вот возьмем, для примера, искусственный интеллект. У всех появились продукты по искусственному интеллекту. То есть какая-то ниша новая появилась, да. Искусственный интеллект. И надо уметь перестраиваться. Пошло. Джун этого никогда не сделает. У джуна проблема в том, что он только стал джуном в одной технологии, которую он должен мастерить. Угу. А технология сама по себе вот прямо сейчас не нужна, и может быть не нужна будет через неделю. Ему начиная сначала. А сеньору проблема в том, что он замастерил после 30, и учить уже тяжело, да? Ты замастерил там, ты еще в Европе или в Америке, ты же заканчиваешь школу, университет, потом ты еще там до 30 не работаешь нормально, ты же там вот эти интернатуры, жизнь пожить, попутешествовать, и ты в 30 приходишь, тебе уже тяжело новое учить, а твое старое не то, что прям надо. И ты или шифтишься, ты можешь, и ты находишь новую работу, да, ты подстраиваешься под рынок, продаешь себя туда, потому что умеешь себя продать, несмотря на то, что только начал в этой индустрии, в этом, например, направлении работать, и ты работаешь, ты молодец. Но большинство сеньоров тоже не умеют себя продавать. Это стереотипные программисты. Это вот эти вот люди, которые научились скрам вот этим всем процессам. И да, я умею стендап, умею планинг, умею эстимейтить правильно, там 2-3 показывать на пальцах. Но ты не умеешь... 1-3, простите. Да, 1, 2, 3, 5. А, блин. 5, 8. 0, 1. 13. 0, 1, 2, 3, 5. Да, 5. Там еще 0,5 у некоторых есть. Да. Кофе-пауза мы называем. И да, программисты не умеют шифтиться. Это как бы другая проблема. Но это относится ко всем рынкам. Это не только про программирование, потому что люди в целом, они хоть и коммуникабельные, они не умеют, они нервничают, боятся и не умеют объясняться и продаваться. Окей. Давай поэтому тогда попробуем так сформулировать, может, какие-то парочку советов от тебя для новичков, для джунов. Что делать, чтобы в Европе на рынке быть более востребованным, и для высококвалифицированных. Ну, мид плюс сеньоры. Да, джунам надо просто выбирать, как мне кажется, ну, надеюсь, что они уже выбрали ту сферу, которая, тот язык программирования, условно, который мультитул, то есть Python подходит,
Потому что ты хочешь бэкэнд, там веб-сервис, хочешь штучный интеллект. Ну, получается, мультитул в популярных отраслях. Да, в популярных отраслях. Фронтенд все... традиционно остается популярным, а AI, хайпит. Ну, про фронтенд у меня еще много размышлений. Я сейчас целый доклад готовлю про то, что фронтенд, скорее всего, уже все. У меня куча примеров. Чего, бля? Ну, блин, фронтенд уже все. Так, давай нахер все вопросы. В смысле все? Фронтенд все, потому что мы сначала сами, вот если брать меня как фронтенд-разработчика, мы вырастили монстра, который больше не нужен. Ты говоришь про фронтенд в виде веб-фронтенда, либо в целом в виде вот этих интерфейсов, в том числе мобильных и всего? Все, все сразу. Смотри, мы сделали так, что все винят React, но это неправда. Виноваты всякие Angular, Knockout и тот же X-фреймворк, который мы писали. Мы сделали инструменты, которые позволяют на фронтенде делать очень сложные конструкции. Чересчур сложные конструкции. И почему-то мы распространили сложные конструкции на простые, условно, сайты. Мы простые фронтенды делаем сложными. При том, что большинство фронтендов в мире — это форма примитивная. Это дроп-даун-меню, это ну, ты типа к тому, что сделать простой лендос, надо заюзать React, надо заюзать роутер, надо сделать вот весь этот обвес. Редаксом туда. Редаксом. И при этом самому рынку это тоже уже не надо. Ну, хорошо, но фронтенд-то все равно надо будет делать. Да, но фронтенд тебе нужен будет как в старые добрые времена. Вот как ты в .NET-е делал, как я делал в PHP или в том же Python, ты генеришь его на сервере. Это новая модная тема. Вместо JSON сейчас ты отдаешь HTML. У тебя есть AJAX, но приходит HTML, чтобы не парсить. JSON сразу вставил куда надо кусок, и все. Память не естся, ничего не естся просто. Тут тебе и React Next.js с Versal, который сейчас в React добавили, React Server Component. Супер популярный, третий по популярности фронтенд фреймворк, если можно так сказать, HTMLX сейчас в мире, HTMX. Да-да-да, HTMLX, про него вообще надо выпуск отдельно. Да, он также работает. Ты запрашиваешь HTML и вставляешь его в страницу просто в нужное место. Тебе не надо... как бы вот это все. Получается, что у тебя первая загрузка сайта происходит на сервере, то есть у тебя HTML рендерится на сервере, и затем ты AJAX-ом запрашиваешь просто куски этого HTML измененные. То есть твой бэкэнд генерит твой фронтенд. И мы возвращаемся к старой парадигме разработки. То есть когда есть верстальщики, есть бэкэндщики? Да, в том-то и штука. И получается, что фронтендер, как человек, пишущий жесткую логику, сложный ангуляр, он не нужен. Нужен фронтендер, который умеет бэкэнд. Хотя бы чуть-чуть, который вот эту вот генерацию HTML сам напишет. И она не должна быть сложной. Тебе нужен простой фронтенд. Это понятно. Я сейчас пытаюсь представить, это все работает в условиях, когда у тебя есть сервер. А есть ли у нас задача, когда нужно вот работать на клиентском устройстве исключительно с фронтендом? Наверное, такие нет, ну такие задачи, конечно, есть. Тебе условно надо Google Docs, чтобы ты мог без интернета работать, да? Ну, это мобильное приложение. Ну, или мобильное, ты в браузере на компьютере, ты можешь его открыть, он работает офлайн, интернет пропал, Google Docs тебе работает, файлы что-то сохраняет там. То есть есть. Это сложные, старые, добрые инструменты. Подожди, но как Google Docs заменить такой системе? Да, но есть какие-то, понятно, что нужны сложные, но большинство мы не пишем таких сложных больше. Мы хотим написать простой, получаем монстра. То есть ты к тому, что SSR просто будет сейчас рынок забирать? И даже не SSR, я думаю. Все-таки SSR в данном случае, если мы говорим SSR правильный, ну, неправильный, а такой стандартный, это Node.js бэкэнд. Понятно, что есть PHP, там у них на Laravel что-то. На Laravel что-то есть, что тоже фронтенд может генерить, и получается как будто бы фуллстэк. Но это разные коды. Ты уже пишешь на бэкэнде PHP для фронтенда. Вот, ты должен уметь и то, и другое. То есть я считаю, что фронтенд шифтится в сторону фуллстэка, причем бэкэнд-разработчики будут нужны для сложного бэкэнда, а фуллстэк нужен будет для того, чтобы на сложный бэкэнд накладывать фронтенд какой-то. Фуллстэк, вернее, для того, чтобы... И останется маленькое количество тех, кто будет писать вот эти... Да, и они будут работать в суперкрутых проектах, типа Google Docs. Ну, не зарплаты не обязательно, но они будут пилить вот такие сложные продукты, которые не нужны в таких количествах, в которых мы их создаем. Я думал, что ты... То, что ты будешь клонить еще в ту сторону, что потребление интерфейсов сейчас меняется с приходом AI-систем. Типа, что мы сейчас будем все общаться с чат-ботами, фронтенда не нужны будут. Что ты на эту тему думаешь? Я вообще думаю, что боты — это чуть ли не будущее. У нас есть классный пример. Это китайский Weibo. Это условный Telegram китайский, да, чат-программа, в которой все встроено. Это WeChat, который? WeChat. О, WeChat, а не Weibo. Извиняюсь, Weibo — другая фирма, у них тоже есть чат. Так вот, у тебя там и оплаты, и развлечения, и игры, и все остальное, и Telegram пытается двигаться в этом направлении, и вот тебе не надо больше сложный интерфейс, да, у тебя выскакивает этот HTML, там, view можно показать с какими-то товарами, еще что-то, примитивный и простой. И много JavaScript'а тебе там не надо, потому что у тебя все завязано на работу с телегой, с ботами, по факту. И да, я согласен, и вот я тебе
еще бы сказал бы про то, что у нас сейчас эпоха цифрового шума, вот я упоминал. То есть люди хотят получать как можно больше информации за как можно более короткий промежуток времени. Желательно маленькой информации, чтобы вся большая статья была в маленькой выжимке. И здесь тебе или да, ты можешь статью скормить боту, он тебе даст там что-то. Или мы хотим, как можно, если мы заходим на новостной сайт, как можно быстрее, чтобы он открылся, чтобы дал информацию. То сейчас нам надо кэшинг и супербыстро работающее приложение. Угу. Потому что люди больше не ждут. И если раньше мы говорили, там, что человек там 2 секунды, если сайт не грузится, то у него уже начинается, что он может уйти, закрыть вкладку. Мне кажется, сейчас это время сильно сократилось. Сейчас, если за полсекунды у тебя какой-то контент не появился, то считай, что твой сайт никому не нужен. И Amazon классный пример. Они когда на Node.js переходили, они посчитали, что каждая сэкономленная секунда на загрузке сайта позволит им заработать на 4 миллиарда в год больше. Ух ты ж, ничего себе. Вот, это когда они только на Node.js интерфейс свои переводили, ту часть, которая отвечает за генерацию фронтенда. Именно такой у них был подсчет. То есть... Как тебе идея того, что вообще фронтенды пропадут, потому что все будет делать чат-бот? Условно останутся бэкендеры, которые будут делать low-level кодирование, будут бэкендеры, которые делают API-шки, а подключение к этим API-шкам, все остальное будут там делать какие-то чат-боты. То есть, условно, ты такой бизнесмен, который хочет сделать свой стартап по поиску дешевых авиабилетов, типа 80 days, дешевых поездок по миру. Ты просто пишешь чат-бот, чат-бот сам собирает фронтенд, основываясь на API-шках уже существующих, и выдает тебе ответ. Ну, кто-то должен написать существующие API-шки, которые будут давать нормальную информацию. То есть я верю, что это произойдет. И в этой системе нет вообще фронтенда как такового? Нет, он все равно нужен будет. Он все равно будет нужен. Если у тебя есть какой-то интерфейс на сайте, тебе все равно кто-то должен его сделать. Тебе может дать код, и вот v0dev классный пример. Хочу сейчас тоже про него ролик записать. Он тебе, ты даешь ему максимально простой, но объемный запрос, условно. Хочу дашборд Твича. Угу. Он тебе делает HTML и CSS на Tailwind полностью. Тут у тебя и меню будет, и навигация, и какие-то штуки. У тебя есть фронтенд, но он все равно не будет работать, пока нормальный разработчик его куда-то не прикрутит. Я тебе про другое. Я про то, что фронтенд в принципе вообще не нужен будет, ты все будешь получать через чат. А, ну, не, это может быть. Вот пример с Вичатом, собственно, хороший пример, потому что, ну, я с тобой соглашусь, такое может произойти, и мне кажется, скорость получения информации опять играет важную роль. В Телеграме, в условном Телеграме, получить информацию в каком-нибудь канале значительно быстрее, чем зайти на сайт этого же канала и там информацию посмотреть. И плюс всякие общения, все, что мы делаем с общением, это самая главная функция мобильного устройства сегодня. Да, сменился shift со звонков и смс-ок на Телеграмы, WhatsApp и Вайберы, но все равно телефон — это общение, и плюс телефон есть у каждого — это веб. Но ты не хочешь переключать программы, поэтому, собственно, мобильное приложение теряет популярность, потому что типа, с одной программы во вторую перейди, вот это все. Ты не хочешь менять сайты. Все-таки даже работа с вкладками в браузере сделана хуже, чем работа с закрыть программу, открыть программу. Поэтому ты хочешь как можно быстрее, а Telegram это, ну, или любой другой чат, свайпнул сюда, свайпнул туда, у тебя это за секунду происходит, интерфейс сразу загружен, и он быстрый. Поэтому да, если будет какой-то искусственный интеллект, который по моему запросу выдает мне прям максимально релевантную информацию без интерфейса, это будет самый главный мой тогда... условно, поисковик, если он будет это делать. Да. Тут навряд ли пропадут какие-то сложные фронтенды, типа Google Doc ты туда навряд ли перенесешь, через чат отправить Google Doc. Не, даже на мобильном тоже гемор. Да. Но условный поиск, который, мне кажется, он уже завтра может исчезнуть. Нафига тебе поиск, если ты можешь пойти там условно чат GPT, если там галлюцинации вообще не будет, получить там любую информацию, какую только хочешь. Да, и это то, что Google просрало. Просрало все полимеры, да, как я написал в Twitter, именно тем, что они пропустили момент, когда поиск надо было заменить, ну, не заменить, а совместить с искусственным интеллектом. Они сейчас пытаются, эти их жалкие попытки. Сейчас мы и Барта, и вот это поддельное видео, смотрите, как мы будем классно делать. Но это все нет. Смотрится смешно слегка. Ну, конечно, и тот же Microsoft, вложив дофига денег в OpenAI и получив доступ к этой всей штуке, очень сильно опережает в данный момент Google. Как ты вообще думаешь, что случилось со сферой программирования вот с приходом всего этого AI? Поменялась ли она уже, и будет ли она как-то меняться дальше, и как, с твоей точки зрения? Ну, я думаю, у нас будет падать спрос на разработчиков. То есть он будет, но нам не надо будет так много их. Потому что нам, ну, нужны будут наверняка много разработчиков, которые тренируют модели, обучают модели, пишут, не модели в данном случае, пишут, собственно, нейросетки какие-то, еще что-то. Но разработчиков, условно, бэкэнда надо будет чуть меньше. Почему? Ну, потому что бэкэнда надо будет уже не так много. Если у тебя есть ИИ, который это дает, твой бэкэнд становится примитивным, ты или используешь ИИ для получения данных, обработки данных.
То есть в теории, если ты ИИ строишь везде, да, любая, вот банковские системы. В банке что главное? Получить данные, их обработать, выдать. Можно дать кредит, нельзя, сколько денег вернешь, сколько заработаешь. Все это можно делать ИИ, он должен просто правильно обученный быть. И тебе не надо сложное сейчас у нас на бэкэнде конструкции, какой-то логики, какие-то калькуляции. Какие-то... То есть ты к тому, что часть бизнес-логики будет заменять какая-то черная кнопка? Самый сложный при этом, как мне кажется, будет заменять чернорабочий искусственный интеллект. Тренировано. Да, а все остальное это суперпростое будет. Если ты логику, бизнес-логику унес, то создать веб-сервис, который разворачивает какой-то сайтик, а дальше и работает. Но это пока что звучит как будущее. А если перейти вот к настоящему, тебя как программиста ИИ уже как-то заэффектил? Я сейчас не говорю про ИИ забрал твою работу, я скорее говорю, применяешь ли ты его в работе, увеличивает ли он твою продуктивность, видишь ли ты какие-то тренды в этом и тенденции? Потому что нужно ли вообще следить за этими технологиями сейчас разработчикам? Я очень много использую для разных целей, абсолютно для разных. Самое топовое – это то, что он мне пишет куски кода, которые мне самому лень писать. То есть несложно написать, да, а мне просто лень всю эту конструкцию выписывать и смотреть, чтобы она работала. Поэтому я могу просто у него спросить. Вот у меня надо было для моего этого сингл-сайона телеграммового, мне надо было, чтобы запросы на логин приходили и проверялись только с того домена, который прописан в настройках для этого сервиса. Соответственно, я могу сам написать, я получаю рефери, рассмотрю какой домен, парши, субдомены, но зачем мне это делать? Я просто сказал, и смотри, у меня PHP, у меня есть вот эта переменная, здесь у меня хранится имя домена, я хочу на выходе проверить вот против этой переменной, там типа домен, проверить, чтобы субдомен, или, ну, в общем, проверь мне вот эту всю валидацию. Он мне этот код выдал на PHP за 20 секунд, да, написал, с учетом того, что он еще выводил вот так вот медленно. Затем я его поправил чуть-чуть, потому что там некоторые edge-кейсы были не учтены. И на все про все 2 минуты у меня ушло. Сам бы руками я писал это достаточно много, и что-нибудь бы обязательно упустил, что-нибудь бы не работало, я потом правил. То есть вот так использую. Плюс у меня Tabnine я использую, я не пишу, не плачу за Copilot, у меня бесплатный Tabnine, он мне пишет табами. Я программирование табами, это уже моя реальность. Я просто сижу и таб, и он мне подставляет, потом поправил там дальше таб, он умеет контекст считывать, он умеет подсказывать правильно. Затем я не пишу интерфейсы, то есть я не делаю, дай мне вот кнопочку условно, да. Но у меня есть доступ к V0 Dev, пока еще бесплатный, тестовый, и он может мне и такое сделать вообще без всяких проблем. Просто у нас с ними используются разные фреймворки для UI, поэтому я не могу его код полностью использовать. И продуктивность очень сильно растет, очень. Просто, ну, потому что ты экономишь кучу времени на неинтересных задачах. Я не пишу тесты. Все еще считаю, что писать тесты самое простое, что может делать ИИ, но самое плохое, что может делать ИИ, потому что он точно не учтет все случаи, он думает, что все, затем он неправильные библиотеки использует, неправильные команды подсказывает, все еще, ну, если мы говорим о чат-GPT. Поэтому туда я особо не лезу, но какие-то именно логику, которая сложная с точки зрения времени потрачена, не сложная, а долгая с точки зрения написания, я передаю полностью ему. Все работает. Так, хорошо. А что используешь? А, ты уже... Да. Не, использую, ну, раз ты спросил. Ну, да, что используешь? Tabnine для печатания, Bard для текстов. Если мне надо текстовый, именно текст, не код, то это Bard. Если мне надо код, это OpenAI, бесплатный ChatGPT. У меня есть локально запущенный... Что у меня за модель запущена? Лама, по-моему, у меня есть. Я иногда ее запускаю, если мне надо, опять-таки, для переводов, для всяких, она умеет переводы. Чуть медленнее на моем компьютере, чем Bard, но есть переводы и информация, о которых я не хочу сливать в паблик доступ, а я все еще боюсь, что там паблик доступ. Ну, где-то это хранится и в какой-то момент может убежать. Я использую Kadeium, по-моему, так это правильно называется, плагином к VS Code для того, чтобы писать документацию, описывать функции и выдавать мне информацию о функциях, которые не мои, чтобы мне код не читать. Расскажи мне, что в этом коде. Короче, ты не поклонник платных версий, платных решений. У меня был платный OpenAI, очень долго им пользовался, там для того, чтобы картинки генерить, но он стал хуже, и я тоже это заметил, и я не продлил пока. Okay. То есть, и я жду, они сами начали оправдываться, что мы все поправим. Насколько я понял, там все еще не очень хорошо, и может быть следующая, пятая версия, когда они выкатят. Попробуй, потому что, кажется, все эти кейсы с лихвой заменяются Copilot, и под капотом у них сейчас GPT-4.5 Turbo исправлены, там прям все очень классно. Ну, еще же бесплатный, я иногда использую Bing, у Bing бесплатный доступ к GPT-4 на 30, по-моему, сообщений в контексте. Продолжим. Штучный интеллект обсуждали. Да, по штучному интеллекту. Да, наверное, закончим. Те, кто захотят, посмотрят твои ролики. Ты, кстати, про уже записывал что-то. Ну, у меня много есть. И как свой запускать, и Copilot аналог, вот. И всякая ерунда. Да, кстати, подписывайтесь на канал Миши. Мы сегодня про него не разговариваем, но у него это реально единственный канал с лайфстайлом программиста на русском языке. Я как-то таких не видел прям. Ну, вот я поэтому и делаю. Я тоже изучил немножко рынок. Да, это круто. Поэтому. Буквально пару слов, влом, я где-нибудь там вставлю, про HTML. Про HTML и про HTMX.
новая тема, мало кто еще про нее даже слышал, как оказалось. Что ты думаешь про HTML? Что это такое, как это использовать, почему за этим будущее? Не факт, что за этим будущее, но за чем-то похожим, как мне кажется, будущее. Дело в том, что HTMX — это такая JavaScript-библиотека тоже, прежде всего, которая позволяет тебе писать сложное веб-приложение, используя HTML-синтаксис. То есть ты пишешь атрибуты просто, раньше мы называли data, микродейта, то есть мы хранили данные в атрибутах, теперь мы указываем в этих атрибутах функцию, которую мы хотим получить. То есть на кнопку ты указываешь, что на клик должно происходить. Причем ты не пишешь для этого JavaScript, ты пишешь условно, что я хочу вот к этому URL обратиться, эти данные вот здесь отрисовать. И HTMX сам ходит на этот адрес, и эти данные... Да, то есть получает. Он там где-то под капотом сделает тебе JavaScript, который сделает AJAX-запрос, получит данные, и его особенность в том, что он не требует JSON обратно. То есть он будет делать AJAX-запрос, но он уже не JSON, а HTML. То есть ты должен обратно получить HTML, и он тут же его вставит в то место, в которое ты указал. То есть не надо JSON во что-то преобразовывать. Хорошо, а тут можно как-то с интеракциями работать, которые JavaScript привносит, там, не знаю, перерисовка? Нет, ты, если хочешь, можешь написать сколько угодно JavaScript сверху. То есть, по сути, это обычный HTML-синтаксис. То есть ты можешь его вставить в любую страницу, на которой нет HTMX, и любой кусок превратить в HTMX. Так, еще раз, как это выглядит? Допустим, я хочу в каком-то блоке отобразить HTML с API-шкой, которая приходит. Что ты делаешь для этого? Ну, получается, ты для этого блока пишешь, что ты хочешь сделать запрос, есть специальный атрибут, ты указываешь в нем URL, по которому должен уйти запрос, и второй атрибут, ты указываешь место на странице, в которой ты хочешь ставить. Обычно это inner, то есть ты хочешь внутрь этого элемента ставить, или outer, это в родительский, то есть заменит текущий твой элемент. И все, и при загрузке страницы HTMX будет видеть, есть блок, который HTMX-блок, потому что у него есть специфический атрибут. Я беру URL из этого атрибута, делаю запрос, получаю обратно HTML и вставляю вот это место. А в моменте, как это выглядит, там какой-то лоудер отображается? А это уже как ты сделаешь. Это на твое усмотрение, есть атрибуты, которые... это вся суть HTMX? Да, и все остальное происходит там в библиотеке в JavaScript-овой, которую ты никогда не видишь и не трогаешь. И никто так раньше не делал, это же на поверхности. Ну, типа, дата-атрибуты используют тысячи... Да, и никто не делал их для того, чтобы просто... Ну, были попытки, даже у нас есть, вот мы писали в EPUM X-фреймворк свой, он тоже был построен на том, что у тебя есть атрибуты, и в зависимости того, что в этих атрибутах делать какие-то запросы, что-то происходит. Но здесь это сделано так, что тебе не надо state-менеджер. Ты не хранишь state, ты сразу загружаешь HTML готовый из сервера, из твоего API условного. Получается, тебе не надо хранить данные, чтобы их обрабатывать. Ты сразу рисуешь информацию. А что по поводу взаимодействия между этими кусками предзагруженными? Как ты там информацию с одного в другой перекидываешь? То есть тебе надо как-то работать асинхронно теперь со страницей через JavaScript? Ну, по сути, да. То есть если тебе хочется, чтобы ты получал здесь информацию, отображать ее в другой части страницы, тебе надо самому реализовать, где ты это будешь хранить. Ты можешь что угодно использовать. Хочешь Redux, можешь прикрутить туда Redux, он JavaScript-агностик. То есть ему все равно фреймворк-агностик. Ты можешь Redux накрутить. Но подразумевается, что он будет использоваться для простых интерфейсов, которые везде есть AJAX, но вместо того, что ты будешь использовать React и потом вот это все накручивать, вот это вот сложное, у тебя будет HTMX, и ты пишешь только HTML при этом с атрибутами. А, и там вырезаются все классные, модные такие штуки, как запросы к API, patch, delete, put. Дело в том, что все это там сделано все с помощью обычных форм, а обычные формы в HTML поддерживают только get и post. То есть, по сути, мы с помощью HTMX просто возвращаемся назад лет на 15 и начинаем игнорировать все новые стандарты, которые есть. И React, новый React, React Server Components, последнее его обновление, которое вот есть, и Vercel его пушит, где прям SQL-запросы можно писать внутри, делает то же самое. Ты пишешь просто теперь в React куски кода, которые будут запускаться только на бэкэнде, генерировать HTML. А React будет этот HTML получать и врисовывать. Я пытаюсь понять, в чем тут горечь. То есть HTMX по факту это библиотечка сейчас, да? Да. JavaScript-овая. Это не какая-то новая технология. Не-не-не. JavaScript-овая библиотечка. Эта библиотечка ходит за HTML. То есть по факту тебе в этой парадигме еще надо бэкэнд твой переделать, чтобы он теперь вместо JavaScript выдавал HTML. По дефолту в JavaScript-овых фреймворках это уже где-то реализовано, я просто не знаю. То есть, или тебе нужно твой бэкэнд перепиливать? Нет, тебе придется перепиливать бэкэнд. В принципе, ну, самый простой способ здесь – это оставить твой JSON и просто добавить. Если контент-тайп другой пришел, то возвращаешь не JSON, а какой-нибудь HTML уже сгенерированный. Но тебе надо будет его переписать. Да, к сожалению, с JSON. Но оно тебе, если ты будешь JSON возвращать, оно тебе будет вставлять JSON просто в страницу, как есть. А есть какие-то готовые популярные фреймворки, которые так и работают, которые выдают тебе HTML в API-шке? Нет, нет. Ни один же фреймворк тебе не выдает, не генерит за тебя те данные, которые ты будешь возвращать. Ты или возвращаешь JSON, для этого ты сам структуру JSON формируешь. Или HTML, для этого ты генеришь. Но это же супер просто, смотри, с какой точки зрения. Именно с точки зрения фуллстека. Получается, ты первую загрузку страницы HTML у тебя приходит с сервера,
И получается, что все остальные твои запросы, они должны будут возвращать просто кусок твоего же HTML. То есть у тебя уже есть логика для того, чтобы генерировать HTML на сервере. Просто ты вместо того, чтобы в одном файле генерить всю страницу, у тебя есть много маленьких бэкэнд каких-то там функций условно, да, на питоне. Каждый генерит какой-то маленький кусок страницы. Ты можешь или все вместе собрать в одну страницу, или возвращать маленький кусок. Знаешь, в чем тут прикол? Тут прикол в том, что с JSON работая, ты работаешь на бэкэнде только с данными, а то, как они будут отображаться на фронтенде, решает фронтенд. А в этой парадигме тебе на бэкэнде надо думать про то, как это будет отражаться, потому что ты выдаешь, ну, как-никак, какой-то кусок дерева. Тебе надо там и теги прописывать, примерно представлять, как оно будет там это считываться. Нет, ну это для этого есть все еще верстальщик, счастливый человек. Он тебе сделает просто HTML-темплейт твоего куска, а тебе только данные. А, ты вырезаешь и просто вставляешь. Да, ты потом, у тебя есть функция, да, кинул туда данные, вернул обратно HTML, который верстальщик тебе кидал. Это почти как компонентный подход, только немножко с другой стороны. Да, ну и по сути ты получаешь все тоже динамически подгружаемое приложение, ну, которое может динамически подгружать куски, но оно теперь не работает с таким странным форматом, как JSON, потому что, давай будем откровенны, JSON формат, конечно, классный, мы все его любим. Но он говно. Да, в смысле говно? Ну, он медленный, его надо парсить. А что быстрее, протобаз? Нет, быстрее, лучше, наверное, трудно что-то найти. YAML, XML вообще мы не говорим. YAML странный, ее не все позволяет, хотя YAML позволяет больше, чем JSON. Тебе позволяет функции хранить, например, или еще что-то. Но быстрее, лучше ты в теории не найдешь, но быстрее HTML давать. Ну, если мы говорим о взаимодействии фронтенда и бэкенда, HTML быстрее, потому что у тебя фронтенд больше не применяет никакой логики. Окей. А мы сейчас бэкенды экономим на бэкендах, зато, блин, пожираем память фронтендов. У тебя было такое, сидишь на каком-нибудь сайте, а у тебя вкладка повисла. Потому что сайт сожрал всю твою память для вкладки выделенную. С добрым утром. Именно поэтому макбуки новые выходят с 64 гигами оперы и всего остального. Да, да. Рандом. Давай. Да. Несколько вопросов, которые остались поза рамками канвы, хотя у нас такой выпуск сегодня галопом по Европам, но я думаю, что тебя, как Мишу Ларченко, это сильно больше раскроет, плюс подписчики какие-то новые технологии узнают, почитают. Первый вопрос, какие бы ты, наверное, книги посоветовал новичкам в программировании, не книги даже, а ресурсы для обучения, потому что вообще очень просторный вопрос, пространный. Что бы ты сказал новичкам, какие советы новичкам, как учиться, что учить? Мы уже про них... Ты уже про это говорил косвенно, но давай подытожим. Ну, если говорить про новичков, нужно взять язык программирования, который простой, и мультитул, как я его называл. Понятно, это JavaScript, Python. Не только JavaScript и Python. Ты можешь взять тот же Kotlin, ты можешь взять тот же Dart. Как бы варианты есть. Но они все относительно простые для написания, если сравнивать их с Rust или, там, не знаю, с Go даже. Go тоже простой язык в написании, но все-таки он сложнее, чем вот Python для первоначального понимания. Поэтому должен быть простой и мультифункциональный, чтобы на рынке был выбор, в каком домене ты можешь работать. Потому что если ты учишь только фронтенд, ну, условно, ты учишь только React, да, React-девелопер, то твой путь строго определен. Ты и JavaScript толком не знаешь, и ничего, кроме интерфейсов, делать не умеешь. А если ты берешь прям язык-язык и учишь его, и именно такой язык широкий, то у тебя в будущем больше перспектив, ну, как мне кажется. А если говорить про читать, я читал мало книг. Это у меня особенность. Я считаю, что книги описывают более сложными и долгими конструкциями, я люблю это слово конструкции, вещи, которые в документации описаны проще. То есть ты адепт документации, да? Я не адепт документации, не адепт книг, я адепт того, чтобы читать то, что тебе надо прямо здесь и сейчас. То есть ты не читаешь книгу, потому что она полезна на 1000 страниц на будущее, ты читаешь ту часть книги из 1000 страниц, которая тебе нужна прямо сейчас. Но это хорошо работает касательно технологий, которые быстро устаревают. А что касается баз, как ты думаешь, нужно ли базы сейчас прямо задрачивать? Ну, база всегда нужна. Если ты хочешь не оказаться джуном, которого выкинут, потому что у тебя не хватает каких-то глубинных знаний для того, чтобы дальше развиваться, нужна база, но ее же не обязательно учить сразу. Если ты хочешь максимально быстро на рынок ворваться, ты можешь выучить условный React. Тебе никто не мешает стать React-разработчиком. Но ты должен понимать, что как только ты найдешь, например, React-работу джуном, твое остальное времяпрепровождение за пределами работы, это будет изучение Core JavaScript. Окей. Как ты относишься к Mango? Есть ли у тебя желание поработать в компаниях, которые... такого же типа, как компания Microsoft. Когда-то Apple, мечтал, даже писал в Apple. Ну, я еще тогда писал в Apple просто податься на вакансию и заполнил инпуты как-нибудь и отправил, да. Ну, а в какой-то момент я полностью остыл, потому что в Европе Mang сильно отличается от того, что в Америке, то есть если говорить деньгами, да, то есть ты не получишь здесь то, что ты получишь в Америке, бонусов, шейров и такой Америку зарплату. Ты имеешь в виду условный Silicon Valley? Да. Регионы, в которых вверх. То есть там, где тебе реально в Манге платят больше, чем во всех остальных. Зарплата будет плюс-минус та же, может, какой-то бонус получше, да, может, какие-то акции чуть-чуть дадут. Ну, а как же поработать в Microsoft? Ну, слушай, я так много вижу людей из Microsoft в Твиттере и вообще в интернете, из всяких Фейсбуков, мед.
и всего остального. И я не скажу, что они суперумные. Даже вот я вчера записал офигенный рилс про то, как взломали русские хакеры Google и Microsoft. Microsoft не раскрыла подробности, а Google прям расписал, насколько у них тупые работники. Говорит, они присылали зашифрованную PDF-ку, как будто отзыв на статью им на эту надо. Для того, чтобы расшифровать, надо было скачать стороннее приложение, которое требовало администраторский доступ и получало доступ к компу. Ну и раз Google так взломали, значит, его работники открывали эти файлы и запускали. Значит, вот такой там уровень развития работников. Понятно, что жесть разная. Есть программист хороший в Америке, есть какой-нибудь менеджер или HR. Где-нибудь там и он открыл. Я не исключаю. Но в целом, судя по тому, что я читаю в интернете, там работают такие же люди, как и я, делающие те же глупые ошибки, которые делаю я, знающие языки программирования на том же уровне, который знаю я, и просто для того, чтобы сказать, я работал там в Гугле или в Microsoft, и не факт, что это прям положительный опыт. Даже так? Да. Просто есть же вот этот бытующий миф до сих пор, что строчка в резюме из Microsoft открывает тебе двери сразу там в миллион компаний. Ну, у меня есть Deloitte. У нас был клиент, я могу смело указывать. Я работал в Deloitte, ну, вот, в своей компании. Компания все-таки. Ну, не важно. Не манговая. Да, но я, скажем так, это очень крупный игрок рынка, если я хочу пойти в какую-нибудь аналитику, бизнес-аналитику, да, в разработку. Ну, ты этими словами как раз-таки сейчас говоришь, что надо идти в манговую. Да, я могу сказать, что у меня есть вот Deloitte, условно, да. Это же не только мангом крутится. Есть много фирм, которые на слуху. Это мы знаем там 5. Я могу прийти и сказать, здесь в Нидерландах, вот местный рынок, я приду и скажу, я там в ABN банке работал и сэкономил им 2 миллиона. И это будет важнее, чем я работал в Microsoft, да? Угу. Потому что я сэкономил кому-то 2 миллиона на своем продукте. Неважно, в какой компании, будь ты хоть то угодно. Вот. Главное – achievement. А если я сидел в Гугле и условно в Gmail кнопочки местами менял, ну какой, да, у меня есть строчка в Gmail, но я не стал в Гугле, но я не стал от этого умнее, лучше или программистом высокого уровня. Хорошо. Объясни мне, почему ты хорошо относишься к ноу-коду? Потому что тема controversial достаточно... Ну, потому что я лично поклонник того, что ноу-код породит достаточно большую сферу низкоквалифицированной выполненной работы. Вот. Ну, я за ноу-код в простых продуктах. Все-таки большинство вещей, которые пишут программисты, это не Gmail, это не Google, это не Microsoft Office 365. Да? Большинство программистов именно в количественном отношении пишут какие-то внутренние тузы, какую-то херню, которую никто паблик никогда не увидит, или проекты, которыми пользуются там 200 человек. И получается, что чаще всего на вот внутренних особенно продуктах тебе не надо сложные интерфейсы. Тебе надо простой, форма и кнопка. Ноу-код тебе позволяет эти интерфейсы накидывать в момент. То есть тебе надо все равно бэкэнд для этого, какая-то API-ха, еще что-то. Но сам интерфейс, он нужен максимально простой. И тратить ресурсы умного фронтендера условного, есть куча проектов, куда он может пойти работать и применить свои знания, нежели он будет реально писать суперпростой интерфейс. Для него, для самого, это как будто бы не очень приятно, да? Давай будем откровенны. Реально, кнопочку правее, кнопочку левее, отступ больше, отступ меньше. Такая себе работа. За нее, конечно, платят все еще, но она такая себе. Поэтому я считаю, что ноу-код отличный вариант для того, чтобы разгрузить хороших разработчиков от не очень хорошей работы. А ноу-код-разработчики – это реально существующая профессия? Да. У нас, вот я знаю, у нас Mendix используется без рекламы. Это внутренняя маленькая ноу-код-фирма голландская. И Mendix-разработчики существуют, и мы их нанимаем. По уровню зарплаты они могут? Сильно проседают. Проседают. Сильно проседают. Окей. В два раза. Даже так? Ну, это честно, мне кажется. Да, это честно. Но с них и требуют меньше, и как бы они не напрягаются. И их тоже это устраивает, мне кажется. Окей. Если бы не было программирования, кем бы стал? Журналистом. Я работал, да, я работал, это лучшая профессия ever из тех, которые я работал. Я работал не так много профессий, да, то есть я там дизайнером немножко поработал в копицентре, да, там что-то копипастил, дизайнил какие-то штуки. Я в армии побыл. Это, кстати, тоже была прикольная работа, если бы не война. То есть армия сама по себе, как средство обороны, и вот то, что там происходит в нормальной армии, там было бы прикольно, да, в какой-нибудь контрактной. То есть что-то узнаешь, у тебя вот эта мужская работа, назовем ее так. То есть такая, все пацаны в детстве любили в автоматике поиграть, да? Не потому что война, но а вот у тебя там реально, и если бы войны не было, то есть не было смерти вокруг вот этой армии, то это прикольное место работать, и на случай, если страну атакуют, ты сможешь ее отбивать. Ну, вот посмотри на евреев, когда начался конфликт, они сразу полетели все в Израиль. Потому что вот они жили в армии, которой не надо особо воевать, да, и у них была возможность что-то делать. Но когда только понадобилось, они сразу туда. И чем крута журналистика? Во-первых, это очень творческая работа. Даже если... Ну, нет, не то, чтобы прям простая журналистика, как и простое программирование, не творческая ни хера. Есть стандарты, как правильно писать статьи, чтобы их можно было читать, отрезать с конца и не терять смысл. То есть какие-то стандарты, как писать новости. И писать просто новости – это скучно. Но аналитика, расследования какие-то,
создание сложного контента — это очень классно и очень творчески, и это много взаимодействий с людьми, то есть тебе надо находить собеседников, тех, кого ты будешь спрашивать, еще что-то. Вот с точки зрения творчества, и я сам по себе очень коммуникабельный, коммуникативный, все время путаю эти два слова. Мне нравится общаться с людьми, что-то им говорить, а в журналистике очень много надо общаться с людьми, если ты не расследователь, который в интернете ковыряется. И я это люблю, и мне нравится. Короче, ждем айтишное журналистическое расследование от Миши Ларшина. Слушай, я с удовольствием. У меня была такая мысль, я тебе, может, ты сделаешь, кстати, ты можешь найти всех нужных людей. Я бы хотел, чтобы вышел фильм, у меня была мысль, я тоже знаю пару человек, которые могли помочь, про белорусское IT исторически. О, это жирная тема. Это жирная тема, у нее много этапов. То есть даже я как минимум три этапа назову, да, белорусского IT, таких крупных. И, ну, мне когда-то казалось, и мне до сих пор так кажется, что в момент вот этого вот пика IT на рынке СНГ, то есть это 2012-2017 года, Беларусь была важнейшим вообще на рынке СНГ, важнейшим местом всей движухи. У нас буквально ивенты там происходили каждые два дня, любые. Да. По два хакатона параллельно, по три конференции, еще что-то. Приезжали все, украинцы приезжали, россияне. Яндекс эти субботники проводил так же часто, как и в Москве. Там три раза в год, по-моему, в Минске, потому что рынок был огромный, народу было дофига. И вот то, как это все развивалось, это важный этап, то, как это разбилось и было крутым, и как это загнулось, вот три таких важнейших этапа, это была отличная история. Тем более сейчас условный Цепкало, он, конечно... Цепкало? Цепкало. Да, у меня свое мнение по его поводу есть, но он доступный. Но он доступный, а он сыграл важнейшую роль в этом всем. Хорошо, давай тогда закончим таким вопросом. Без пояснений, три главных человека, которые участвовали в формировании белорусского IT. Добкин. И я не буду брать его коллегу, с которым они, я все время забываю имя, фамилию. Возьмем. Да, но я возьму только Добкина, потому что он больше на слуху, но в целом они оба. Вся, весь ЕПАМ как таковой. Тутбай, это, конечно же, Зисер. К сожалению. К сожалению, да. И вот с ним знаком, да, и очень печально. Это Зисер, однозначно. И, возможно, еще Повалишев, да, второй был там в открытом контакте. Повалишев, это директор Хостербая. Да, 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 вот, вот тогда он. И еще там кто-то был. Вот, ну, мы возьмем Зисера, да, мы возьмем Зисера и те люди, которые были с ним. И я, наверное, назову Цепкалу, которого мы упомянули. Да, я знаю, но все-таки ПВТ, а это основополагающая такая точка в развитии белорусского IT, без Цепкалы, возможно, был бы невозможен. Я не уверен. Возможно, наверняка бы нашелся другой человек, которому в правительстве доверили все это делать. Но даже не, учитывая то, как плохо он это делал, и то, как неправильно он делал многие вещи, он все равно стоит у истоков белорусского ПВТ вместе с Добкиным. Потому что если бы не ЕПАМ и ПВТ, бы всратого не было. Поэтому вот эти три человека, ну, на самом деле, людей намного больше. Я бы хотел говорить о людях, которые развивали комьюнити, да, я бы хотел и Илью Пухальского здесь упомянуть, и Диму Дудина я хотел бы упомянуть. Дальше спорно, у каждого по-своему. Но если брать, то много людей, на самом деле, которые, да и я, почему нет, которые именно развивали белорусскую IT. Ну, короче, ты фильм про себя хочешь сделать. Нет, я не хочу даже участвовать в этом фильме. Я хотел сделать этот фильм без себя. Ну, просто есть много людей, которые рассказали бы, ну, просто сейчас что-то похожее мы видим, там, в Казахстане пытаются делать, в Узбекистане, там, в условной Польше они пытаются какие-то комьюнити делать, в Литве. Так не получается нихера, да, будем откровенны. И пример с ПВТ, такой фильм, он не с ПВТ, а с белорусским IT, показал бы, как это надо правильно делать, как люди должны это делать. Не начальство сказало, а когда собрались люди и говорят, давайте сделаем, вот Дима Дудин пришел и говорит, давайте сделаем хакатон без темы. Получился вот The Hack, да? Вот были люди, они приходили, они помогали, они ходили. Мы, когда делали вот The Hack, мы писали в Red Bull. Пришел Red Bull, блин, забыл, как ее зовут. Вот сейчас в Азербайджане живет девочка, тогда возглавляла маркетинговый отдел в Red Bull. Мы просто им написали, мы делаем хакатон без темы. Айтишники будут всю ночь не спать, их очень много, и все это будет показывать. Red Bull пришел, GitHub пришел, Онега пришла, нам чипсы принесли, просто пакетами мы их носили, раздавали все. То есть вот мы просто шли, и получалось то, что сейчас даже не делают многие, понимаешь? Никто не ходит сейчас в Онегу, никто не ходит в Red Bull, никто не ходит туда. Вот, и мы все это делали, у нас все получалось, все поддерживали, и белорусский IT был в том момент, я говорю, на рынке самый важный. Прям топ-1 рынка СНГ, не разработчики, которые работают, а именно движ, который происходит, это был Беларусь. Хорошо, спасибо, Миша Ларченко. We'll be right back.